Виктор Каннинг. Сети Рейнгардов. Роман. Перевод с английского. Журнал «Простор». Номера 6, 7 и 8 за 1990 год. Читает Николай Козий. Глава первая. Широкая, но мелкая ваза на низком столике в центре зала была заполнена голубыми и розовыми гиацинтами, цветами церемонии и мертвой геральдики. Рядом с вазой лежали замшевый мешочек, ювелирная лупа и аптекарские весы. «Теперь уже скоро», — подумал Буш, — «из холодной мартовской ночи возникнет некто и займется содержимым мешочка. Тот, кем окажется этот некто, приедет на машине». Было уже 2 часа ночи. Снаружи прожектора заливали слепящим светом подъезд к зданию офицерской столовой военно-воздушной базы. Сотни ярдов от нее на футбольном поле дожидался вертолет без радиопередатчика. В нем сидел, согревая дыханием озябшие руки, пилот, которому было приказано безусловно выполнять инструкции. Малейшее отклонение, даже невольный всплеск героики, и он может считать себя уволенным. Буш отвернулся от стола к камину, прикурил сигарету. Поверх каминной полки висел цветной портрет королевы. Сам камин был прикрыт широкой ширмой из расходящейся веером декоративной бумаги. Про себя он отметил, что один лист испачкан неточно брошенным окурком. Такие мелочи откладывались в тренированной памяти Буша, пока в них не возникала нужда. Это был полноватый мужчина, ближе к 40 годам, с уже редеющими каштановыми волосами, карими глазами и не поддающимися загару румяными щеками. Обычное выражение его лица было мягким, даже добродушным, что нисколько не соответствовало его истинной сути. Он умел располагать к себе, когда ему было нужно, но то был не более чем один из его приемов. Он мог принять какое угодно обличье, в зависимости от полученной инструкции. Буш сидел, уставившись в вазу с гиацинтами. В прошлый раз она была заполнена бронзоватыми хризантемами. У двух цветков нижние лепестки были тогда специально заражены тлей. В тот раз из ночи вышла женщина в плаще, до глаз укутанная в шелковый платок. Сейчас, предполагал Буш, это будет мужчина. И в первый раз и теперь использовалась условная кличка «Ювелир». И оба раза газеты подавали события как «Похищение ювелира». Реклама, намеренно спровоцированная ювелиром, сильно злила Буша. Первое похищение прошло успешно. Женщина ушла без помех. Если бы они тогда не схватили, вероломно нарушив уговор и тем самым взяв на себя ответственность за то, что угроза все же будет приведена в исполнение, то и в этом случае он был уверен, они бы мало чего от нее добились. На этот раз должен явиться мужчина. Из тщеславия, мужской кичливости, хотя бы для того, чтобы самому порадоваться плодам своего злого умысла. Грандисон находился в другом конце зала у двери. Изучал помещенный в рамку план училища и его тренировочных плацов. Буш знал, что каждая деталь плана, безо всяких на то усилий с его стороны, вводится в компьютерный ум его начальника. Наконец, Грандисон оторвался от схемы, направился в его сторону. На вид он был настоящий пират. И это при том, что у него не было ни деревянной ноги, ни черной повязки на глазу. Вместо нее он носил монокль, красный шелковый шнурок которого свисал над лацканом толстой твидовой куртки. Тело его было внушительных размеров, но отнюдь не неуклюже. Он имел черные волосы и бороду,
а широкоскулое лицо было щедро мечено шрамами и складками, нанесенными 50 годами напряженной, азартной и веселой жизни. Сейчас он был настроен дружелюбно. Но если ему взбредет на ум, то он заставит попотеть и членов Тайного Совета. Примечание. Совещательный орган при британском монархии. К нему прислушивались все, чей голос чего-то стоил. Раз в 2 недели его приглашал на обед каждый из премьер-министров, при которых ему довелось служить. «История, кажется, повторяется», — промолвил Буш. Грандисон кивнул. «Как ей и должно. Повторение есть воспроизведение, воспроизведение, выживание. Вы, конечно, догадались, что на сей раз это будет мужчина, да? Ну, а на кого вы поставите в 3-й раз?» «В 3-й?» Грандисон дернул кустистой бровью, и монокль свалился к нему на грудь. «Вам бы следовало до этого дойти самому, Буш». Он кивнул на замшевый мешочек. «И прошлый раз, и этот только прелюдия. Ювелир сам каждый раз отсылает письмо в газету, будто ищет максимальной рекламы пока что. И чего ради? Каждый раз из-за горсти алмазов? Каких-то 20 000 фунтов? Слишком скромно. Никто не станет играть в такие игры за эти деньги. Ну, вам ясно, что будет и 3-й? Честно говоря, нет. Никто в отделе не обращался к Грандисону, сэр. Так он сам велел. Пора бы, черт возьми, понять. Пора бы. Впрочем, сказано это было беззлобно. Когда мы покончим с этим дельцем, суньте себе под зад подушку и хорошенько обдумайте эту простенькую логическую последовательность. Он ухмыльнулся, вправил в глаз монокль. «Если и это ничего не даст, то придется отослать вас на соляные копи. Ну, нуждаетесь в подсказке?» «Как вам сказать?» «Пустые слова. Как вам сказать?» «Все равно, что вздохи. Одна затяжка времени. Говорите, да или нет?» «Да». «Реклама. Сила печати. Общественного мнения». Он уставился мимо Буша на портрет королевы. «Ведь это, в сущности, великолепно. Достаточно воспользоваться чужим оружием, поэксплуатировать мелкие людские страхи и мир у ваших ног». Резко зазвонил телефон на столике у входа. Трубку взял непосредственный руководитель Буша, заместитель начальника отдела Сэнгвилл. Откинув на лоб очки в роговой оправе, загнал в угол рта сигарету. «Да». Он слушал сквозь зубы, негромко стуча свободной рукой по столу. «Хорошо. Хорошо. Задержите машину у ворот». Буш улыбнулся. На посту, конечно, знали, что машину надо задержать, хотя это вряд ли поможет. Сэнгвилл вообще любил банальности. Потому-то большей частью отсиживался в мягком кресле. Бумажная душа, бюрократ. Милый обходительный человечек Сэнгвилл. Без таких не обходится ни одно учреждение. Сэнгвилл повернулся в их сторону, направляется сюда. «Из того, что мне сказали, приготовьтесь, сейчас будем смеяться». Он вздохнул, смахнул на глаза очки. Буш видел через стеклянную дверь, как подъехала машина. На крыше светил электрический рогалик фирменной рекламы. Свет фар уже сменился на ближний. Грандисон кивнул на дверь, и Буш вышел. Мартовская ночь. Порывистый западный ветер тряс голыми ветвями глицинии перед домом. Безоблачно. Звезды, как бриллиантовые россыпи. Луна в 1/4. Человек, вышедший из машины, гротескно выделялся на фоне ночи. Водитель, одной рукой вцепившись в дверь, наблюдал за ним с ухмылкой, за которой пряталась тревога. Наконец, сипло спросил: «Мне ждать или как?» Буш ответил за гостя:
Нет. Водителя задержат у ворот. Из него попытаются выжать все, что можно, но это ничего не даст. Посетитель дождался, пока отъедет машина, повернулся к ступенькам. Буш впитывал в себя подробности. Рост 5 футов, 10 или 11 дюймов. Сложение тонкое, движение быстрое. Ни одна деталь не ускользала в ярком свете над дверной лампочки. Плохо начищенные черные туфли. Серые фланелевые брюки под раздуваемым ветром дождевиком вокруг шеи, плотно намотан черный шарф, такие надевают в дождь для игры в гольф или на рыбалку. Сверху наряд венчала маска из папье-маше, грубая краснорожая физиономия с толстым носом, раздутыми щеками и нелепо свисающими черными усами, вульгарное обличье злобного дебила. Буш удивления не высказал, только, отступив в сторону, толкнул дверь и пропустил мужчину. Затылок скрывала дюймовой ширины резина, стягивавшая края маски. Из-под нее пробивалась светлая прядь, возможно, парик. Буш сделал для себя заметку попробовать ухватить цвет волос на запястье, когда тот вытащит руки из карманов. Он, разумеется, в перчатках, но они могут оказаться недостаточно длинными. После ночной свежести в нос сразу ударил сладковатый хлебный запах гиацинтов. Грандисон сидел с дальней стороны низкого столика, вставив в глаз монокль. Ничто не изменилось на его лице. И не такое случалось в их жизни. Сэндвилл стоял под портретом королевы. Бледные брови поднялись над толстой оправой, как у папаши, уставшего от беспрестанных проказ своего отпрыска. Посетитель вынул из кармана правую руку. Левая оставалась на месте. Буш знал, что в ней пистолет. «Вы на несколько месяцев припозднились ко дню всех святых», — заметил Грандисон и длинным пальцем указал на замшевый мешочек. Посетитель промолчал. Левая рука с пистолетом вылезла из кармана наружу. Оружие он положил на угол вазы с гиацинтами, где его было ближе достать, чем если бы пистолет лежал 4 дюймами ниже на столе. Он действовал аккуратно. Не задел ни цветка, ни листика. Цветы почти скрыли пистолет, и Буш не смог определить калибр. Может быть, удастся запечатлеть одной из скрытых камер. Ему даже захотелось на миг поднять голову к камере, чтобы самому убедиться. Руки мужчины были упрятаны в длинные хлопчатобумажные перчатки черного цвета, уходившие под рукав плаща. Он взял замшевый мешочек, развязал тесьму и высыпал на стол алмазы. Как и оговорено, это были необработанные камешки, белые с голубым отливом. На вид ничего примечательного, а живут только после гранения и полировки. Сейчас их можно без особого труда сбыть на сотни рынков. Гость скрытым перчаткой пальцем пошевелил горку, выбрал из нее камешек, повертел в руке, положил на черную ладонь, смешал с остальными. Наконец, неспешно сгреб алмазы в мешочек. «Нам лестно ваше доверие», — сказал Грандисон. Мужчина не ответил. Они знали, что не дождутся от него ни слова, как не дождались в тот раз от женщины. Даже случайные обмолвки беглого «да», «нет» или «возможно», которая, попав на пленку, дала бы отголосок акцента национальной, классовой или этнической принадлежности. Такие частности закладываются в сэндвилловский компьютер, где уже имеется скудный набор других фактов, и он способен выдать пару сотен возможных следов, из которых один может привести к опознанию. Этот человек не заговорит и на борту вертолета, будет вести себя так же, как до него женщина, вытащит карандаш и лист бумаги и печатными буквами напишет свои требования, ни разу не даст их в руки пилоту, а по окончании полета заберет с собой. Провалить этого человека способны только его собственные ошибки. Их он не допускает. Порукой безопасности ему служила угроза смерти, которой он подвергал жизнь другого человека, того, что где-то ждал в этот самый момент своего освобождения. Ему не дадут повода воспользоваться этой своей властью.
к такому решению пришли те, кто стоял над Грандисоном. Если бы решение зависело от одного Грандисона, оно было бы не таким. Гибель людей для него мало что значила. Его не очень-то страшила и собственная смерть. Все равно свой черед наступит. Буш слишком хорошо знал его философию. На удар отвечать ударом, семьям невинных жертв слать соболезнования. Ни в одном обществе не останется ни здравомыслия, ни настоящей безопасности, стоит только признать притязания тирании, сколь незначительными они бы ни казались. Пора миру усвоить, что лучше умереть, чем лишиться чести, что зло не уничтожить ни деньгами, ни молитвами, только ценой жизни или жизней можно добиться защищенности. А проживете вы в целости и сохранности или станете жертвой на алтаре безопасности, это уж как повезет. Конечно, не по-христиански. Но для Грандисона, его самого, Сэнгвилла и прочих сотрудников отдела, христианская мораль давно уже низведена до уровня сноски в популярном учебном пособии. Человек из нее вырос. Некогда она послужила своей цели, как, скажем, пальцы наших рук. Нравится вам или нет, но в наши дни требуется куда больше, чем способность доставать бананы с деревьев. Мир ведь потихоньку погружается в совсем другие джунгли. Буш следил, как замшевый мешочек исчезает в кармане. За ним вслед в другом кармане исчез пистолет. Потом, не обращая на них никакого внимания, мужчина двинулся к двери. Толкнул плечом и чуть помедлив придержал. Буш пошел за ним, как это уже раз было с женщиной. Прошли ярко освещенной аллеей, свернули на дорожку, затененную причудливыми силуэтами еще голого кустарника. Буш шел первым на футбольное поле, где ждал вертолет. Через несколько минут машина поднялась в воздух. Поднятый винтами ветер примял прошлогоднюю высокую траву, пока вертолет отрывался от земли, взяв курс куда-то на восток. Навигационные огни мигали, пока машина не набрала 1000-футовую высоту, потом отключились. Буш возвратился в зал. В его отсутствие принесли поднос с напитками. Теперь он стоял на столе. Грандисон опустился в черное кожаное кресло сбоку от камина. Рядом на столике громоздился высокий бокал неразбавленного виски. Он вмял грузное тело в кресло, погрузившись в чтение карманного формата книжки в кожаном переплете с золотым обрезом. Куда бы он ни ездил, всегда при нем была книга. С ней он забывал, где находится, когда намечалось 2-3, а то и больше часов вынужденного безделья. Сэнгвилл сидел со стаканом сильно разведенного виски у телефона, прислушиваясь к аппарату, временами что-то ворчал себе под нос, незанятой рукой делал какие-то записи. Буш налил себе виски с содовой. Сэнгвилл, наверное, записывает данные о водителе. Надпись на крыше гласила «Прокат автомобилей Ривердейл Ридинг». Их гость, догадался Буш, очевидно, вышел со станции или как-то очутился на углу улицы, остановил машину и сел. Он не стал развивать цепочку дальше. Этим займется Сэнгвилл, хотя толку будет чуть. Он нашел себе кресло, погрузился в него, сделал большой глоток, уставился в потолок и принялся думать о третьем случае. Он был старателен, честолюбив и до сих пор удачлив. С каждым годом все шире раздвигались его горизонты. Джордж Ламли встал у низкого окна спальни своего домика и, слегка пригнувшись, выглянул на улицу. На его взгляд, утро содержало полный набор типично мартовских прелестей. Зловонный запах, серые полосы дождя, порывистый западный ветер, треплющий старые вязы вдоль проселочной дороги. Он понаблюдал за стаей грачей, поднятых очередным порывом и зависших над деревьями, словно воронка, взвихренная в серое небо горелой бумаги. Ничего не скажешь, поэзия. Он почувствовал, как в нем пульсирует жизнь. Секс по утрам всегда действует на него благотворно. Даже не столько сама Бланш, та просто завалилась спать. 3 стона и еще на час отключилась. Он обернулся на спальню, глянул на Бланш. Надо бы завести кровать попросторнее.
Она любит спать, вытянувшись по диагонали. Надо бы подобрать что-то поудобнее где-нибудь на распродаже. Какого-нибудь монстра красного дерева, в котором хватит места на двоих, где она сможет спать по диагонали, вертикально, горизонтально, как только вздумается, на все стороны света. Трудность в том, что такую постель не поднять по лестнице. «Любит поспать», — подумал он. «Все в Бланш, такое вялое, сонное, расплывчатое, и этим его влечет еще больше. Исключая, конечно, ум, бог мой. Но надо принимать ее такой, какая есть». Он нагнулся, поцеловал выпавший из ночной сорочки сосок, осторожно укрыл грудь. Она тихонько забормотала, как щенок пискнула, и улыбнулась во сне. Он сошел вниз по ступенькам крутой неудобной лестницы. Когда заведутся деньги, он устроит здесь что-то вроде лифта. Внизу на коврике дрых Альберт. Даже ухом не повел, когда он переступал через эту черно-белую животину неопределенных форм и крошечных размеров. Великий сторож этот Альберт. Достаточно грабителю наступить на него, чтобы накликать беду. И притом хитрый сукин сын. И не пошевелится, пока не услышит, что открывают собачьи консервы. К тому же счастливец от рождения. Все, чего от тебя требуют, так это вовремя задрать хвост колечком, лизнуть хозяину руку, и имеешь до конца дней стол и дом. Как у меня с Бланш. Хотя это, увы, на время, в том-то и беда. Он тихим свистом позвал его на кухню. Его владение. Джордж Ламли, гастроном. Переваренные яйца и горелые гренки, в лучшем случае. Второй эскофье. Вот кто он такой. Вот тебе и соус. Он вслух усмехнулся в вымученной остроте и принялся за готовку. Это был располневший, крупной комплекции мужчина, лет 40 на вид, убежденный, однако, что впереди ждут лучшие годы. Удача для Джорджа всегда за ближайшим углом. Форма, которую ей надлежало принять, постоянно менялась, дразнила и будоражила, как мираж. Жаль, что воспользоваться ею он сможет только тогда, когда заведутся деньги. Настоящие, а не жалкие, подачки через адвоката, давно списавшего его со счета семейства, еще в пору, когда его с треском выперли из третьей разрядной частной школы, застукав на месте преступления с одной юной искательницей приключений. Иной раз и теперь после пары стаканчиков Джордж пробовал ее припомнить, но ничего не выходило. Блондинка, брюнетка, один бог ведает. Навсегда отложилось в памяти только то, что он даже не получил удовольствия. Желание, конечно, распирало, но был неискусен, вроде жеребца первогодка со своей первой кобылой. Не беда, не беда, впереди ждали лучшие времена. Если верить, конечно, гороскопу во вчерашний Daily Mail. Дожидаясь, пока согреется кофе, наспех побрился, напевая про себя. «Ну, прямо Винни-Пух», — не кстати, — подумал он. Было ли на самом деле время, когда мама читала ему эту историю? Она была не такой твердокаменной, как все прочие, но твердости хватало и ей. Хоть и никакого сравнения со стариком. Еще жив старый хрыч, еще легается. Покончив с бритьем, полюбовался на лицо в узком кухонном зеркале. Гладкое, как пупка ребенка, подумал он, приветливое дружеское лицо из тех, которым можно довериться. Он широко улыбнулся и, воспользовавшись случаем, осмотрел зубы, ровные, прямые, здоровые, хоть и не жемчужные. Вспомнил, что не ходил к зубному врачу снять камни, но с этим придется погодить до оплаты по последнему счету. Вовремя повернулся к плите, успев снять вскипевшее молоко. Кофе, гренки, джем. Завтра, конечно, не тот, что у Бланш. Пара яиц, три ломтя поджаренной ветчины и колбаска в придачу. Впрочем, она знала, на что тут можно рассчитывать. Никогда не согласится выйти за него замуж. Осторожничает. Ладно, и без женитьбы обойдемся, сыты по горло. В тот раз все закончилось катастрофой. Слава богу, нашелся другой дурень, снял с него заботы. Впрочем, надо признаться, парень неплохой. Управляющий типографией где-то в Вейкфилде. Должно быть, спятил. Глянул в кухонное окно на неприбранную лужайку. По ее краю тянулась проволочная сетка просторного вольера. Птиц видно не было. Австралийские попугайчики, декоративные фазаны, потерявшиеся или раненые пернатые друзья, все укрылись в домике. Джордж — птичник. Задумал в свое время разбогатеть разведением на продажу. Тому уж 2 года. Лопнуло, как мыльный пузырь.
но до чего приятно держать птиц. Он достал банку собачьих консервов, принялся открывать. Тотчас появился на негнущихся ногах Альберт. «Есть хочешь?» — поинтересовался Джордж. Альберт замахал обрубком хвоста. «Не получишь, пока не принесешь газету. Газету, газету, понял?» Альберт, следуя заведенному порядку, удалился из кухни в тесную прихожую, вернулся, держа в зубах поднятую с коврика у двери «Daily Mail». Газета отсырела. Альберт бросил ее к ногам Джорджа. «О, благородный хозяин, молю вас принять мою дань», — насмешливо сказал Джордж и, нагнувшись за газетой, потрепал за уши собаку. «Кем был бы человек без собаки?» — подумал он. «Ближе нет друга, хоть и не любит, когда его тискают». Пока жарил три закладки гренок, просмотрел, стоя у раковины, газету. Первым делом карикатуры, потом спортивную страницу, наконец, биржевые новости, чтобы убедиться, что его тощие сбережения находятся в привычном расслабленном состоянии. Остальное бегло просмотрел. Бланш прочитывала газету тщательно, от корки до корки, иной раз возвращалась к ней на завтра. Джордж при чтении мог отвлекаться на кухонные заботы. По-настоящему в это утро его заинтересовало только сообщение о завершении дела ювелира. Достопочтенный Джеймс Арчер, член теневого кабинета лейбористов, похищенный двумя неделями ранее, возвращен в лоно обеспокоенной семьи и оппозиционной партии в обмен на выкуп в 20 тысяч фунтов, выплаченный похитителю необработанными алмазами. Все это в красках расписывалось репортером, которому, скорее всего, было мало что известно. Если читать между строк, ясно, что полиция села в этом деле в лужу. Второй раз к ряду их дурачит этот человек, о чем вряд ли забудут и газеты, и публика. Джорджа заинтересовала здесь только денежная сторона. Странным показалось ему, что такие опасные трюки делались из-за сущей мелочи. Он погрузил завтрак на поднос, поднялся по неудобной лестнице наверх. Бланш сидела на кровати, расчесывала рыжие волосы, прикрыв халатом соблазнительные плечи, с довольным блеском в зеленых глазах. Любуясь ею, Джордж в очередной раз уверялся, какая она роскошная женщина, настоящая мифическая Церера, рок изобилия, из которого так и сыплются наслаждения. 35 лет и 180 фунтов живой женской плоти, истинно вагнеровской женщины. Он знал ее уже 2 года, и все это время они как нельзя лучше подходили друг для друга. Джордж поставил поднос рядом с ней в постель, сообщил противное утро. «Одно слово, Март. Но твой Джордж о тебе помнит. Доброе утро, дорогая. Или я это уже говорил?» «Кажется, говорил, так или иначе». Голос у Бланш был такой же полный и сочный, как тело. В нем чувствовался земной дух ярмарок, баров, орущих толп во время бегов. «Только не пускай сюда паршивого пса. Не волнуйся, дорогая. Он сам знает, что его допускают только на порог». Альберт сел наверху лестницы, не сводил с них глаз. Джордж намазал маслом и джемом гренки для Бланш, смешал ей кофе, как она любила. Делал это от избытка нежности и благодарности. Ему нравилось делать Бланш приятное. Впрочем, не все, что он для нее делал, было ему приятно. Как раз сейчас он чувствовал, что наступает черед одной из неприятных услуг. Он всегда догадывался, потому как на нее находило, и она вдруг начинала невидяще смотреть куда-то мимо него, как она делала, когда приступала к своим профессиональным занятиям, с лихорадочными глазами, натянутая, как пружина, обращенная в беспредельное. Уже не Бланш Тайлер, его добрая и изобретательная подруга, но мадам Бланш. Женщина, чье имя печатается каждую неделю в рекламной колонке новостей из мира психики. «Мадам Бланш Тайлер. Ясновидение, советы по почте, частные и групповые консультации, визиты на дому, лечебная практика. 59 Мейден Роуд, Сейлсбери Уилтс». Глядя мимо него, застывшая, словно некий оккультный символ с гренком в руке, она сказала: «Оно только что явилось мне во сне». «Что именно? Имя?» «Пришло от Генри. Хоть и не он сам сказал, но его голосом, словно приплыло на красивом голубом облаке с большой яркой звездой. Очнись, Бланш.
За время их близости Джордж так и не смог привыкнуть к ее блажи. Не то чтобы считал все это притворством, нет, были случаи, которые плутнями не объяснишь, например, излечение. Ее руки, как волшебством, снимали головную боль или следы застарелых фиброзных воспалений. Ему довелось видеть и слышать еще кое-что такое, о чем он не находил объяснения. Бланш подняла чуть выше гренку, будто салютовала небесам, и заговорила взволнованным, дрожащим голосом. «Он будет назван храм Астрадель». Сделав такое заявление, немедленно вернулась на землю. Откусила гренку, блаженно улыбаясь, принялась жевать. «Ты убежала далеко вперед?» — проворчал Джордж. «К чему эти разговоры насчет храма? Это ведь мой храм, глупый. Джордж, иногда ты бываешь такой дурак. Я ведь тебе рассказывала на прошлой неделе». «Ничего ты мне не говорила». Бланш задумалась, наконец признала. «Правда, правда, не говорила. Кто была миссис Куксон, боже? Будь у меня хоть часть ее денег, я бы сразу начала строить, но она такая скупая, что, впрочем, меня не удивляет. У нее очень бедная аура». Джордж налил себе кофе, прикурил сигарету, пересел к ней на кровать. «Ты собираешься строить храм, как Соломон? Можешь смеяться, сколько тебе вздумается, но собираюсь. Храм, церковь, спиритов, храм Астрадель. Странное имечко, ты не находишь, старушка? Возникла из того голубого облака». Джордж фыркнул. «Жаль, что не явилось что-то посущественнее, скажем, мысль, кого бы ограбить, чтобы добыть средства на храм. У меня есть приятель-подрядчик. Он бы точно отвалил долю, если бы я добыл ему контракт». «Деньги будут», — твердо сказала Бланш. «Генри обещал». Наклонилась, взяла его за руку. «Знаешь, Джордж, ты очень хороший человек. Не только для тех случаев, когда мне нужно расслабиться после напряжения эфира, но вообще хороший. У тебя прекрасная аура. Это я уже слышал. И чего она стоит?» Бланш пропустила замечание мимо ушей. «Добрая волевая аура, тонкая и спокойная. Воспринимается как теплое янтарное сияние с оттенком огненно-красной ряби по краям, редкостное, на слух не очень-то удобное для жизни. Милый Джордж», — она поцеловала его руку, — «не валяй дурочку. Тебе что-то нужно?» Она с готовностью закивала, доставая вторую гренку. «Надо достать денег на мой проект, на храм, и в один прекрасный день, скоро, да, уже скоро я их добуду, мой дорогой. А пока окажи мне одну любезность. Может, хватит, Бланш? Только одну. Ты всегда так говоришь. Ну, пожалуйста». Джордж пожал плечами. Ему трудно было отказать Бланш. Иногда ему казалось, что любовь способна ее переманить. Будь она женой, ему бы первым делом пришлось бы научиться отказывать. «Вот умница, Джордж. На этот раз буду тебе должна 20. Джордж протянул руку ладонью вверх. «Гони десятку плюс расходы, и договорились». Перегнувшись, Бланш достала из-под горки одежды на прикроватном стуле свою сумочку, вытащила толстый сверток 5-фунтовых банкнот и, сняв две верхние, положила ему на ладонь. «Ты всегда при полной обойме», — сказал Джордж, глядя на пачку. «Я для этого много работаю, несу людям исцеление и душевный комфорт. Я ведь очень люблю свою работу. Она у меня как путеводная звезда. А деньги всего лишь побочный продукт. У тебя же все наоборот». «Вот старая мошенница», — усмехнулся Джордж. «Разве что самую малость. И ты это знаешь, хотя ни за что не согласишься. Дорогой, если ты наберешься терпения и с полчасика посидишь, не включая телевизор, не выбегая на кухню за пивом и не станешь тащить меня в постель, я все тебе растолкую». «Ладно, не стоит. И так я уже 2 года живу под твоими чарами с того самого дня, как встретил в Красном Льве». Он согнулся в шутовском поклоне. «Ваш покорный слуга готов выполнить любое ваше поведение, мадам. Итак, кто или что на этот раз?» «Некая мисс Рейнберд, Рид Корт Чимблтон. Ей за 70 и страшно богата. Чимблтон ведь совсем рядом, Джордж. Ты мог бы приступить сегодня? Мы же собирались провести день вместе. Сделаешь все приготовления и возвращайся к 6. Вместе проведем вечер и ночь. Пока тебя нет, я приберусь в доме. Только забери Альберта. Не хочу, чтобы он по углам мочился. Как насчет его ауры?
должно быть никуда не годная, но Бланш уже отключилась. Уставилась на него с блаженным выражением на лице. Потом воздела вверх руки, так что халат соскользнул с плеч, и в низкий вырез сорочки выпала массивная грудь, пропела речитативом «Храм Астрадель, храм Астрадель». Джордж, вздохнув, встал. Ничего не оставалось, кроме как одеться и трогаться в путь. Жаль. Лично он предпочел бы после завтрака вернуться в постель и нежиться с ней до самого ленча. Домик Джорджа был сложен из камня, крыт тростником и вообще неудобный, хоть и с канализацией, и находился в милях в пяти к югу от Сейлсбери. Он стоял в тупике проселочной дороги, вдоль которой тянулись высокие вязы. Джордж приобрел его лет 10 назад в редкую пору относительного процветания. Теперь кровля нуждалась в замене. Иногда он вспоминал об этом, но не терял бодрости духа, задаваясь вопросом, где бы ему найти потребные 1000 фунтов. Об этом он думал и теперь, одолевая на машине порывы штормового мартовского ветра. Дождь, наверное, уже протек сквозь крышу и сочится на пол запасной спальни, а он забыл предупредить Бланш, чтобы поставила ведро. Альберт свернулся колечком на соседнем сиденье, а Джордж думал о Бланш. Девушка, конечно, разумная. Разумная-то разумная, да беспорядочная. Его не слишком занимало все связанное со спиритами и медиумами, но с тех пор, как сблизился с Бланш, он успел набраться сведений и даже узнал некоторые профессиональные приемы. Лично он считал, что если и есть какая-то жизнь после смерти, то в нее непременно должны включаться хоть некоторые из радостей нынешней. Что касается спасения души, то с ним у него ассоциировалось явное размягчение мозгов. Большая часть сообщений, поступавших к Бланш либо прямо, либо через ее связняка Генри, была откровенным вздором. Достаточно вообразить какого-нибудь сэра Оливера Лоджа или сэра Артура Конан Дойля или Бенвенута Челлини, авторитетно вещающих благоглупости насчет нашей жизни и труда, большей частью чушь собачья. Как-то Генри передал Бланш сообщение Джорджа Вашингтона для миссис Куксон. Эта миссис Куксон доводится дальней родней потомкам Вашингтона. Вашингтон что-то передал насчет того, чтобы миссис Куксон перестала тревожиться о самой большой в тот период проблеме в ее жизни, а какой именно он не сказал. Но Джордж с Бланш знали, что богатая вдова уже много лет не может выбрать счастливчика из полдесятка женихов. Ее дело, пообещал Джордж Вашингтон, счастливо разрешится к концу года. Только вообразить этакую чушь в устах великого человека. Тем не менее, миссис Куксон обрадовалась. Ведь такое предсказание просто обязано исполниться, учитывая, от кого оно исходит. Джордж улыбнулся, почесал незанятой рукой за ухом Альберта. Умница это, Бланш, умница. Так запудрить мозги миссис Куксон, которая рано или поздно созреет и сделает приличное пожертвование на храм. Как его там, Астрадель, ну и имечко. И теперь мисс Грейс Рейнберг, состоятельная старая дева, новенькая, иначе зачем ему тащиться в непогоду в этот Чилболтон? Бланш, если позволяли обстоятельства, предпочитала иметь несколько заранее заготовленных сведений, когда появлялся новый клиент. Оправдывалась тем, что так быстрее войдет в контакт, если будет иметь представление о человеке. Когда пытаешься наладить контакты без подготовки, что называется, с улицы, то духи могут поначалу заробеть. Про себя он только посмеивался. Все, кажется, повторяется. Для начала беглая рекогносцировка в деревне. Старый Джордж в этих делах дока. Развязать несколько языков в пивной, разговорить механика из гаража, закинуть наживку на почте и в сельской лавке. Не забыть, наконец, про церковь с кладбищем. Это ж сколько можно выведать, если семейство без выезда живет на месте. О, в этом он мастер. Ему охотно доверялись, что только справедливо, если учесть его общительный нрав, а также то, что выпивку выставлял он в счет накладных расходов. Он засвистел. Жизнь не так уж плоха. Только так на нее и следует смотреть. В один прекрасный день его корабль сам приплывет в порт назначения. Чимблтон находился в нескольких милях к северу от Стокбриджа, в долине реки Тест. Это была растянутая, беспорядочно разбросанная деревня с бело-розовыми домиками,
под тростниковыми крышами и несколькими домами поосновательнее. Все в них было ново, с иголочки, достаточно взгляда, чтобы убедиться, деньги тут водятся. Джордж приступил к разысканиям. В первую очередь нашел Ридкорт. Усадьба располагалась за пределами собственной деревни. С дороги ее не было видно, потому что она стояла на собственной земле и была скрыта густыми зарослями. Усыпанной гравием дорожкой Джордж подъехал к парадному входу, но тотчас развернулся и, не задерживаясь, отъехал. Это заняло несколько секунд, но он схватывал на лету и, кроме того, знал, на что обращать внимание. После Ридкорта вернулся в деревню, оставил машину у паба. После четырех кружек пива досье мисс Рейнберг заметно потяжелело. Из паба двинулся в гараж, чтобы заправиться, купил в деревенской лавке сигарет, пропустил почту, потому что дело продвигалось и без того неплохо, и направился в сторону церкви, стоявшей на краю деревни. Церковь произвела на него меньшее впечатление, чем усадьба. То было довольно мрачное строение из мелкозернистого песчаника с посаженным на угол малопривлекательным шпилем. На самой его верхушке вертелся флюгер, на котором была обозначена дата 1897, период далеко не высшего расцвета английской архитектуры. Вместе с поминутно отстававшим Альбертом обошел кладбище, оно было ухожено. Несколько живописных каштанов, вековые тисы, избегавшие к берегу реки панорама луга. Джордж умел ценить красоту. Хотя церковь не впечатляла, Чимблтон был именно тем местом, где стоило поселиться, отойдя от дел, при условии, конечно, что у вас водятся деньги и жить в свое удовольствие. Он наткнулся на церковного сторожа, чистившего граблями дорожку. Сторож сразу запротестовал против присутствия на кладбище Альберта. Тогда Джордж без лишних словоприний взял собаку под мышку. Этим умилостивил старика, и они приятно побеседовали. Джордж, источавший приветливость своим хорошо поставленным проникновенным голосом, из себя видный дородный мужчина, к тому же хорошо одетый, явно джентльмен и на неискушенный взгляд. Так вот, этот Джордж, к тому же приведенный в наилучшее расположение духа четырьмя Гиннесами, не мог не вызвать старика на откровенность. Чем больше он узнавал о семействе Рейнбердов, тем больше завидовал всему тому, чем они владели в прошлом и сейчас. Ему не без горечи подумалось, что если бы не злосчастное сексуальное приключение, поставившее точку на его образовании, и многое другое, что воспоследовало за ним, он тоже мог бы жить не хуже Рейнбердов. Конечно, поскромнее, но для него и то было бы подобием земного рая, в котором он кутал бы себя словно в нежном шелковом коконе. Домой вернулся, когда начало темнеть. Бланш дома не оказалась, оставила записку, что уехала с Сейлсбери сделать для него покупки. Джордж не пополнял продовольственных запасов, пока нужда не заставляла лезть в чулан. Он сел со стаканом виски с содовой и принялся сортировать для Бланш находки. Были все основания надеяться, что его не пошлют во второй раз. Так их оказалось много. Впрочем, с Бланш ни в чем нельзя быть уверенным до конца. Пока что десятка доставалась легко, можно сказать, за даром. Но если ей понадобятся новые сведения, придется добывать и их, и, как не раз бывало, не всегда за особую плату. Хотя он не слишком торговался, ведь Бланш он почти любил, она так внимательна. Вот и сейчас не забыла подставить ведро под течь в потолке. Пока Джордж сидел за стаканом виски у себя дома, Буш тоже сидел с тем же самым питьем и просматривал два сообщения, подготовленные им для Грандисона. Он работал у себя дома, то есть в небольшой квартирке в Челси, из окон которой проглядывались небольшой кусочек Темзы и угол галереи Тейт. Его жена была в гостях у своих родителей в Норфолке. Она часто к ним ездила, отец ее был отставной генерал-майор. В один прекрасный день Буш в этом был уверен. Она явится к нему и попросит развода. При желании он мог бы без труда выяснить, кто, кроме родителей, так часто влечет ее в Норфолк. Брак, которого он в свое время упорно добивался, оказался ошибкой. Ждал теперь своего естественного конца, как застоявшийся до поздней осени цветок ждет первых холодов. Их любовь быстро увяла. Буш не боялся лишиться жены. В ней раскрылись физические и социальные запросы, которые были ему чужды.
Он сам питал привязанность только к известному двуединству, состоявшему из него и работы. О настоящей его работе жена ничего не знала. Для нее это была какая-то должность в Министерстве иностранных дел. Хотя его фамилия числилась в штате исследовательского отдела по контролю за вооружением и разоружением, он там никогда не работал и даже бывал всего несколько раз. Примерно так же, как Сен-Гюл, числившийся старшим сотрудником отдела управления и организации Министерства внутренних дел. Грандисон нигде не числился. Однако его учреждение размещалось в малоприметном тупичке недалеко от казарм Веллингтона и имело живописный вид на Сент-Джеймовский парк с его озером. Под его руководством работал Сен-Гюл, Буш и еще с полдесятка мужчин и женщин, проверенных, скромных, незаметных людей, самолично отобранных Грандисоном. Буш перечитал первый доклад. Это был анализ фактов, имевших касательство к двум похищениям ювелира, происшедшим за последние 18 месяцев. Сопоставление похищений, в обоих случаях заметных политических фигур, давало очень незначительную реальную информацию и еще меньше свидетельствовало о каком-то продвижении в ходе расследования. Имелся просто массив несвязанных полицейских фактов. Полиция относилась к их отделу без особых чувств, поскольку он стоял над ней, пользовался властью, санкционированной самим премьер-министром. Официально об этом не говорилось, но на практике полиция знала и противилась. Между ними существовало соперничество, приводившее иногда к вулканическим извержениям на околокабинетном уровне, однако логика неопровержимо свидетельствовала в пользу существования секретного отдела. Он был засекречен, не входил ни в одно министерство и мог пользоваться методами и предпринимать действия и дома, и за границей, на которые не решилось бы никакое полицейское ведомство, сколь бы соблазнительным ни показался ему подобный риск. Его существование оправдывалось высокоорганизованной структурой современной преступности, потребовавшей создания контрсилы, не ограничиваемой властью и не сдерживаемой традиционной полицейской моралью. За истекшие 8 лет на их счету было достаточно негромких, но безжалостных побед, ни разу не ставших достоянием гласности. Второй доклад Буша был тем самым планом, которого требовал Грандисон. Имело место два похищения ювелира, организованные одним лицом с помощью не более двоих, возможно, троих заинтересованных. Выдвигались требования умеренной суммы выкупа, жертвы, видные политические деятели мужского пола. Максимум рекламы обеспечивался личным обращением ювелира к прессе. Это стесняло в действиях полицию и правительство, провоцировало суровую критику полиции и других учреждений, а также видных деятелей в политике, безопасности и полиции. Анализ обоих похищений ведет к следующим умозаключениям. А. Главная операция, предстоящее похищение. Два других были осуществлены с целью создания необходимого климата для третьего. Б. Следующей жертвой окажется некто, занимающий более значительное положение по сравнению с двумя предыдущими. В. Разглашения не будет. Ювелир потребует полной секретности, кроме, скажем, короткого сообщения для печати о том, что его жертва заболела, и ей прописан строгий постельный режим для прикрытия возможных недоразумений. Г. Власти примут эти условия ради спасения жертвы и, что не менее важно, ради репутации отдельных лиц в высших эшелонах. Их репутация уже подверглась риску вследствие нарастающего раздражения широкой публики тем, как ювелиру удалось безнаказанно надсмеяться над властями. Д. Будет запрошена высокая сумма выкупа – половина или четверть миллиона фунтов. Е. Если ее не выплатят, жертва будет убита. Анализ поведения ювелира и его действий в двух первых случаях это подтверждает. Ювелир действует всерьез. Ж. Его жертва будет столь высокого ранга, что правительство и полиция, полагаю, согласятся на все условия и заплатят, а обстоятельства этого дела никогда не станут известны широкой публике. З. Ювелир осуществит свое последнее похищение в течение ближайших 6 месяцев. Чем ближе по времени будет к предыдущему, тем сильнее окажется искушение властей скрыть его от средств массовой информации. И. В случае успеха ювелир навсегда прекратит похищение. К. В настоящее время мы не обладаем никакой информацией, которую можно было бы рассматривать как перспективную в смысле возможности обнаружения ювелира. «Кто бы ни отошел от дел, — мрачно думал Буш, —
заполучил он 500 000. Он задумался над тем, какую линию примет Грандисон на завтрашней конференции. Грандисон был непредсказуем. Может приказать сидеть сложа руки и ничего не предпринимать до следующего похищения, или же наоборот, как можно скорее выйти на след ювелира, чтобы упредить его действия. Свои умозаключения он уже сделал, возможно, обсудил их с вышестоящими инстанциями и получил свои полномочия. Лично Буш надеялся, что им прикажут выходить на ювелира как можно скорее. Где-то в недрах массива информации, которую они уже имели, определенно должно быть нечто такое, сколь незначительным оно бы ни казалось, что выведет на нужную нить. Он стоял со стаканом у окна и смотрел на незаслоненный домами кусочек Темзы. Был прилив, и бурая, напоенная мартовскими дождями вода переполняла реку. Только бы ему удалось что-нибудь откопать. Если он выйдет на ювелира, то Грандисон не станет присваивать чужие лавры, скажет, кому следует. Человек он щедрый. Стоит ему заполучить ювелира, и он высоко взлетит. Не обязательно в их гибридном отделе. Есть и другие сферы, поистине золотые. Ему припомнилось поднимающаяся по ступенькам женщина с укрытым шарфом лицом, потом мужчина в нелепой маске. И он со всем пылом захотел, чтобы Грандисону не дали указания прикрыть это дело для их отдела. Хотелось продолжить. Глава вторая. Утро было безмятежное. Бушевавший в последние 2 дня ветер утих. Только что закончил свою декламацию черный дрозд с верхушки гигантской Веллингтонии. Примечание. Вид секвойи. Напротив дома. Из окна гостиной мисс Рейнберт наблюдала, как тени облаков проплывают по зеленым лужайкам с островками ранних нарциссов. Опять наступила весна. Весны и дальше будут приходить, а люди уходить, и она вместе с ними еще через сколько-то лет. Эта мысль стояла как бы особняком, не имела к ней личного касательства. В свои 73 она давно перестала страшиться смерти. Ее умственные и физические способности были еще крепки. Хандра и тревоги существовали для слабых. Впрочем, ей было трудно представить, чтобы сидящая напротив мадам Бланш отдавалась хандре. Эта женщина словно излучала энергию и жизнелюбие. Она из тех, кого Шолто, бывавший порой нестерпимо вульгарным, называл бомбочками. Лет 35 так и сочится жизнью, все что угодно, только не медиум, профессионально занятый нашими душевными проблемами. Шолто так и ел бы ее плотоядными глазками, сложив вместе тонкие ладони, будто аплодируя редкостному зрелищу. Она не любила Шолто, но, по крайней мере, ханжества в нем не было. Всегда говорил и делал то, что было на уме. В этом-то и было главное затруднение с ним. Его невозможно было удержать от того, что он надумал. Мисс Рейнберт, не всегда сознававшая меру собственной прямоты, чопорно заговорила. «Должна внести полную ясность насчет некоторых вопросов с самого начала, мадам Бланш. Лучше будет, если вы сразу станете называть меня мисс Тайлер. Другое имя чисто профессиональное», — перебила ее Бланш. И улыбнулась, сознавая, что напирать здесь во всяком случае нельзя. Старуха дьявольски проницательна. «Хотя, конечно, мы пока не в тех отношениях. Мне вообще кажется, что вы уже наполовину уверились, что допустили ошибку. Может, вы поддались уговорам миссис Куксон?» Мисс Рейнберт задумалась. При всей легкомысленности ее внешности в уме ей не откажешь, и в проницательности тоже. Сумела быстро внушить должное впечатление. Да, возможно. И все же, как я сказала, мне бы хотелось внести ясность в некоторые вопросы. Я питаю инстинктивное недоверие к философии, которую вы представляете. Хоть я и посещаю церковь, в действительности это только дань условности. В душе я агностик. И верно уже начинаю сожалеть, что попросила вас приехать. Бланш закивала. Это меня не удивляет, мисс Рейнберт. Многие с этого начинают. Если желаете, я сразу уйду.
Но прежде, я уверена, что вы поймете, хотела бы заметить, в этом, как ни странно, мы сходимся. Обычно я очень скоро узнаю, могу ли быть полезной человеку. Если не могу, то я ухожу. Ведь я не артист, работающий ради гонорара. Мое призвание — помогать людям. В случае с некоторыми очень быстро становится ясно, что я им помочь не в силах. Возможно, и вы одна из них, мисс Рейнберт. Еще не знаю. Она говорила тем самым тоном, который предназначался для таких людей и домов. Голос и соответствующие речевые обороты были усвоены много лет назад из уроков риторики, вообще хорошего слуха и инстинктивного преклонения перед словом. Они не были у нее природными. Бланш родилась в ярмарочной кибитке, только с Джорджем и несколькими близкими приятелями она позволяла себе расслабляться. Уловив на лице мисс Рейнберт смущение, она сразу поняла, что уйти ей не дадут. Все они одним миром мазаны, всем чего-то надо, и она искренне хотела и могла дать им то, в чем они нуждаются, но им всегда зачем-то надо воздвигать перед ней препятствия. Может, для того, чтобы скрыть неловкость, пока не привыкнут? А вдруг мисс Рейнберт почувствовала, что ей нравится эта женщина. В ней определенно нет ничего лицемерного. Говорит, что думает, смущается. И хоть она не собиралась вступать в откровения, неожиданно поинтересовалась. Вы действительно верите в свое призвание? Разумеется. В моей профессии сколько угодно сомнительных типов. Трюкачей, которых интересуют деньги. Прочтите любое авторитетное исследование психики, и вы найдете массу сведений о надувательстве и фальши. Если бы я хотела стать трюкачкой, мисс Рейнберт, я выбрала бы другую профессию. Но вышло так, что я наделена ценной способностью. Не в смысле вызывания духов и двигания предметов в затемненной комнате, этим я не занимаюсь. Просто я от рождения обладаю исключительной способностью общения. И что куда важнее, понимание природы человека и его неизменной сущности. Речь была составлена заранее, но она на самом деле так думала. Джордж мог сколько угодно подшучивать над ней, да, действительно, по возможности, помогала сама себе тем, что наводила предварительные справки, но помимо этого, как бы вы к нему ни относились, все же отрицать это невозможно. Но это помощь, которую вы оказываете, мисс Тайлер, она ведь как-то связана с духами? В большинстве случаев, да. Ведь мир духа охватывает все сферы жизни. Все мы в какой-то мере духи, только на земле. Иногда ко мне обращаются люди не потому, что хотят узнать о своих умерших близких, но из-за проблем, касающихся их самих. Я пока не знаю, мисс Рейнберт, на какую помощь вы рассчитываете, но я была бы глупа, если бы не понимала, что вы питаете определенные надежды. Об этом свидетельствует само приглашение меня в этот дом. Позвольте заметить, мисс Рейнберт, что если вы ждете от меня гадания на магическом кристалле, то я вам ничем не смогу помочь. Даже невнятный намек неодобрения обострил природную раздражительность мисс Рейнберт. По характеру, она была диктатор, привыкший к безусловному повиновению, и, не задумываясь, навязала свои условия. Поэтому тотчас возразила: «Но ведь именно это вы делали для миссис Куксон. Я знаю, она весьма впечатлительная особа, кое в чем настоящая дура, но она мне сказала, что вы вступили для нее в контакт с Джорджем Вашингтоном. Не смешно ли это? Даже если она и состоит с ним в каком-то родстве». Бланш заулыбалась. Удалось таки пронять старуху. Мисс Рейнберт, наверное, думала, что к ней явится бессловесная девчонка. Это и мисс Рейнберт, дай волю, так она кого хочешь запугает. Но мы еще посмотрим, пусть попробует. Сейчас, однако, надо продолжать доверительную и улыбчивую речь, ни разу нигде не оплошать. Миссис Куксон, как вы сами заметили, мисс Рейнберт, несомненно, личность, сильно от вас отличающаяся. По сути своей, она простая душа, но ее потребность в душевном комфорте ничуть не меньше, чем у других. Должна вам объяснить, что ушедшие из нашего мира не теряют своих человеческих черт. Мой связник, поистине замечательный человек по имени Генри, наделен завидным чувством юмора, но притом уважительно относится к авторитетам. Естественно, он не стал бы беспокоить такого человека, как Джордж Вашингтон, мелкими заботами какой-то миссис Куксон.
Ей всего-то и нужно было узнать, за кого из трех-четырех женихов выходить или за кого не стоит. Тем не менее, ей нужно было помочь, и это сделал Генри, поступивший так, как это делают многие из умерших. Он попросту возвратил задачу самой миссис Куксон, только по-другому ее сформулировал. Решение ей все равно придется искать самой. Духи ведь не для того общаются с нами, мисс Рейнберт, чтобы устилать розами нашу жизнь. Мы сами должны справляться со своими человеческими проблемами. Миссис Куксон примет решение самостоятельно, до конца года. И при том будет уверена, что ей помог сам Джордж Вашингтон. Ну что ж, вреда в том нет. В конце концов, так он и поступил только через нашего Генри. У Джорджа Вашингтона в его новой жизни есть и поважнее заботы. И Бланш залилась заразительным земным смехом. Мисс Рейнберт невольно ее поддержала, но мисс Тайлер, если допустить их существование, то какого рода совета или помощи можно от них добиваться? Они действительно существуют, мисс Рейнберт. Помогают прежде всего тем, что внушают нам душевный покой от сознания того, что после смерти наступает новая жизнь, и они доказывают это самим фактом своего общения с нами. Иногда помогают и в наших земных проблемах, когда заинтересованные лица не могут помочь сами себе. Понимаю, понимаю. И вы способны призвать их, когда пожелаете? Когда пожелаю, нет. Но всегда можно попробовать. Иногда получается, иногда нет. Мы для них как дети. В этом мире, мисс Рейнберт, как бы ни любили своих детей, ведь не всегда бросают свои дела по их первому зову. Если только нет оснований для тревоги. А вы могли бы попробовать прямо сейчас? Или вам нужны какие-то особые условия или приспособления, вроде темной комнаты, группы взявшихся за руки людей и тому подобного? Бланш рассмеялась. Нет, особые условия не нужны. Порой от них есть польза, когда мы занимаемся групповой терапией. И все же прямо сейчас не могу, это исключено. Но почему? Потому, мисс Рейнберг, что надо, чтобы вы сами захотели моей помощи. Как я могу это сделать, если вы еще далеко не решили, следует ли вам всерьез меня воспринять? Вы очень разумная, практичная женщина. Живете в мире, который в социальном и экономическом смысле намного выше моего. Для вас я всего лишь некая мадам Бланш, медиум. Вы не должны на меня обижаться, если я скажу, что хорошо представляю, как вы, должно быть, смеялись про себя над той чушью, которой, по-вашему, я занимаюсь. Вы сами удивлены, что поддались на уговоры миссис Кукстон и назначили со мной встречу. Бланш поднялась. Наступила кульминация. Думаю, лучше будет, если вы несколько дней подумаете, а потом дадите знать о своем решении. Вы настроены скептически. Ничего не имею против. Вы в нерешительности. Стоит ли делать попытку? Я не смогу вам помочь до тех пор, пока вы искренне не уверитесь в том, что это возможно, и заранее подготовите себя к разочарованию, если у меня ничего не выйдет. Вы в самом деле очень необычная особа, мисс Тайлер. Хоть сказано это было не без едкости, в ее голосе чувствовалось невольное восхищение. Бланш его уловила и справедливо отнесла на свой счет. Она была уверена, что ее позовут. Поэтому она сказала, «Может, вы будете так добры, что через несколько дней дадите мне знать о своем решении, мисс Рейнберт?» «Пока же, если это способно вас утешить, могу пообещать, что, по крайней мере, в ближайшие ночи вас не будут мучить тревожные сновидения». Сдерживаясь, чтобы не выдать изумления, мисс Рейнберт выговорила, что за странные слова. «Это не я их сказала. Я только передала. Последние несколько минут в эфире вашей комнаты присутствовал Генри. Он-то и успел мне подсказать, что, разумеется, означает, что его кто-то попросил». Едва Бланш ушла, мисс Рейнберт налила себе стакан сухого шерри и присела в свое любимое кресло у окна. Это была невысокая стройная женщина. В свое время она была миловидна, но сейчас щеки запали, лицо сморщилось, кожа туго обтягивала кости, волос посерел, только глаза оставались большими и карими. В ее внешности было что-то от эльфа, дряхлевшей феи, крепколобая старушка, не терпящая возражений. Бланш ее озадачила.
верно обратиться к мадам Бланш. Ее надоумила Ида Куксон, редкостное дурище. Но мысль пришла не случайно. Она постоянно вышучивала веру Иды в спиритизм. Сама стала о нем подумывать лишь после того, как начали донимать сны, но даже и тогда без серьезных намерений. Оглядываясь назад, ей трудно было теперь припомнить, когда и почему она пришла к подобному решению. Сновидения были достаточно заурядны, и для них легко отыскать логическое объяснение. Из душевного равновесия выводили лишь те, в которых являлась Хэриет. Но они рано или поздно пройдут, или же ей придется смириться с ними. Она так и не смогла найти для себя объяснение, почему все-таки решила вызвать мадам Бланш. Надо признать, эта женщина умеет говорить, а в ее речи угадываются только отдаленные признаки истинного происхождения, способна позабавить и не истязает королевский английский. Примечание. Норма речевого стандарта, принятого в светских и образованных кругах британского общества. Но что она из себя представляет на деле и откуда происходит, для нее это самоочевидно. Ида кое-что рассказывала о ранних годах мадам Бланш. По справедливости все это не стоит принимать на веру. Она и не собиралась попадаться ей на удочку. Мадам Бланш, в этом она была уверена, отнеслась к ней так, как это вообще присуще людям ее склада. Женщина проницательна, умна, быстро приспосабливается к обстоятельствам, но откуда она прознала о сновидениях? О них знает только она сама. Женщина не могла узнать ни от кого. Мисс Рейнберг сидела, погрузившись в размышления, тянула сухой шерри, невидяще смотрела на садовника, возившегося с розовым кустом. Хэриет была, конечно, дура, всегда была ею, теперь нет ни ее, ни Шолто. Если бы существовала какая-то возможность налаживать общение с потусторонним миром, то призвать к ответу следовало бы Шолто, а он меньше всего к этому способен. Шолто никогда не возвращался к тому, что раз и навсегда сказал или сделал упрямый скот. И все же улыбнулась она про себя. «Может, и попробовать?» Вдруг теперь после смерти Хэриет знает больше? Забавно было бы полюбоваться, как она рассказывает, а рядом злобствует Шолто, бессильный закрыть ей рот. Нет, все это бессмыслица, бессмыслица. Но как смогла мадам Бланш догадаться о мучивших ее снах? О еженочном жалобном хныканье с заламыванием рук Хэриет, ее постоянных воплях о семейной несправедливости, та самая Хэриет, которая, в конце концов, сама явилась причиной всех бед, потому что была такой бесхребетной. Хотя она и любила Хэриет, по-настоящему любила, надо все же признать, Хэриет была бестолочь, ни воли, ни характера, только огромные синие глазищи, в любую минуту готовые налиться слезами. Какого черта этот садовник кучит грядку, не закончив с подрезкой куста? Она потянулась за звонком, чтобы вызвать Сайтона Дворецкого. Возвращаясь в Стокбридж за Джорджем, Бланш была собой довольна. Мисс Рейнберт ее позовет. Для старухи это все равно, что взрыв. Она молодец, что прямо ей сказала, что не обещает ничего нового. Чопорная старая курица на это бы не клюнула. Джордж хорошо поработал, правда, только для начала. Больше всего дали церковь и сторож. На кладбище полдесятка надгробий Рейнбердов. Два последних могилы Хэриет Рейнберд и Шолто Гарольда Рейнберда. Шолто был единственным братом и умер 2 года назад в возрасте 76 лет. Хэриет Рейнберд умерла в 65, 2 годами раньше брата. Оба их родителя тоже лежали на этом кладбище. 3 детей, родившихся в рубашке. Риткорт, большая сельская усадьба в георгианском стиле, бог знает сколько времени во владении семейства. Некогда Рейнберды были крупными землевладельцами. Ныне им принадлежит всего лишь 10 акров вокруг Риткорта, но денег они не лишились. Все внутри и вокруг указывало на богатство. Ухоженный сад, дом как игрушка, дворецкий, 2 служанки, садовник, мальчик для посылок, шофера, в гараже Роллс-Ройс и автофургон. Все-таки многое сумел разузнать Джордж. Ловкий бродяга иной раз, даже чересчур. Хоть и лодырь, если не подгонять, но милашка, милашка, милый Джордж. Если бы его можно было хоть немного исправить, она вышла бы за него.
Но за такого, как сейчас, нет, увольте. И потом у нее другое на уме, и оно может сбыться благодаря старухе Рейнберг. Средняя по возрасту, деньги всю жизнь в руках Шолто, о нем кое-что порассказывали в пивной, и только после смерти холостого тирана все переходит к ней. Наконец-то по-настоящему освободилась, догадалась Бланш. Может проявить щедрость, если ты действительно ей поможешь, сделаешь для нее что-то большое, что теперь значит для нее все на свете. Это подсказал ей Генри, когда она нежилась в кровати после отъезда Джорджа в Чилблтон. Вдруг появился в комнате, она раскрыла свой сокровенный замысел, и он одобрил. Он не оставлял ее, и в Рид-Корте всего несколько минут как исчез. Это ее реплика насчет сновидения, она не дура. Генри, надо признать, не всегда облегчает ей жизнь, хотя иной раз прямо говорит ее устами. Под глазами у старухи темные мешки, плохо спит по ночам. Во всех остальных отношениях выглядит хоть куда. Здоровье, видимо, в порядке, как и финансы, хоть и тощевато, несмотря на ранний час, предложила гости Шерри. Скорее всего, не досыпает из-за сновидений. Генри так и сказал, ты права, дорогая, страшные сны. Скажи, что я избавлю ее от них на несколько ночей. Иногда он говорит, как Джордж. Большой шутник этот Генри, нарочно, чтобы подразнить. Но Генри до того, как умереть, был в своем 19 веке инженером-путейцем. Работал вместе с человеком по имени Брунель. Она нашла его имя в одной старой книге. Несколько строк в этой книге было уделено его помощнику Генри Рис-Мортону. Ее Генри. Старуха не смогла скрыть изумления, когда она сказала про сны. Слишком часто такие, как она, пытаются в подобных случаях состроить каменное лицо, только ее не проведешь. Впрочем, пусть попробует. Ведь Генри не станет подбирать для нее факты, которые и так на виду буквально под носом. Генри и остальные вмешаются только тогда, когда без них не обойтись. Страшные сны? Какие дурные сны могут мучить мисс Рейнберт? Она старая дева. Как и покойная Хэриет, небось, подозревали каждого мужчину в том, что тот имеет виды на их денежки. Или этот старик Шолто, тоже холостяк, но женщинами не пренебрегал. Видно, решил, что может иметь все, что вздумается, и не обременяя себя женитьбой. Так что же и снилось? Генри наверняка знает, но держит в секрете. Сначала он должен убедиться, что мисс Рейнберт сама не возражает против разглашение. Истый джентльмен. Видно, таким был и в земной жизни, и, естественно, эта утонченность запечатлелась в его вечном облике. Во всяком случае, в одном можно не сомневаться. Генри ясно дал понять, что состоятельная мисс Рейнберт построит ей храм Астраделли. Настоящий, величавый храм, ничего общего с не раз ею виденными забегаловками, втиснутыми где-нибудь между пивной и общественным туалетом. У них и пахнет, как в будуаре третьей разрядной потаскухи. Неудивительно, что все они прогорают и вынуждены мухлевать. Какая нужда способна заставить тех, кто нашел покой в вечном сиянии того берега, спускаться в этакий притон? Только храм Астрадель, переливистое сверкание белого, пурпурного и золотого, постоянный приток пожертвований, а не жалкая милостыня после каждой службы. Джордж ждал ее в баре отеля в Стокбридже. Сидел с кружкой пива. Приветствовал улыбкой на все лицо, крепко прижал за талию. «Милашка, Джорджик, такой большой и уютный». Он принес ей стакан портера. Она сняла шляпу, тряхнув рыжими волосами. Она нарочно строго нарядилась для мисс Рейнберт. Ничего из предпочитаемых ею ярких тонов, но простое коричневое платье и в тон ему пальто плохо гармонировали с ее обильной плодоносной плотью. Рубенс бы сразу ее оголил, обливаясь умильными слезами. «Ну как прошло?» — поинтересовался Джордж. «Продвинулась немного». «Заглотила крючок?» — подмигнул Джордж. «Мне не нравится твой тон. Нахальный, да?» У нас ведь профессиональная этика. Меня тебе не одурачить, любовь моя, но чувствую, у тебя все на мази, или, по крайней мере, скоро будет. Рад за тебя.
Ну, признайся, разве не я тебе помог?» Бланш допила портер затяжным глотком, от которого передернулся кадык на кремовом горле, поставила стакан и неспешно ответила. «Дело еще не кончено, любимый. Принеси-ка еще стаканчик, и я скажу, что тебе еще надо сделать». «Боже, нет, нет», — простонал Джордж. «Да, и хватит богохульничать». В комнате собрались все трое. Шторы были приспущены к ночи. За окном порывами взвывал северо-западный ветер с дождевыми зарядами. Стекла то и дело дребезжали. Вихрь пронесся через Гайд-парк и Грин-парк, сотрясая голые деревья. Потом через Сент-Джеймсовский парк спугнул с насестов, уже устроившихся на ночлег птиц. Наконец, с грохотом разбился о прибрежное крыло парламента. Грандисон с удовольствием вслушивался в шум ветра и дождя, временами даже замолкал, не потому что не хватало слов, а чтобы полюбоваться очередным завыванием. Ветер являл собой стихию в чистом, неразбавленном виде, способен перевернуть даже морской лайнер. Перед силой, стихией, Грандисон без стеснения преклонялся, хоть и не демонстрировал. Он был высокомерен, но никогда этого не выказывал. Говоря, он прохаживался по голой, почти монашеской комнате, тонко позвякивая медалями на парадном вечернем костюме. После совещания он собирался в Министерство иностранных дел на банкет в честь некогда окончившего Оксфорд главы африканского государства, отец которого прославился человеческими жертвоприношениями. Из племенных и личных соображений многие из намечавшихся в этой комнате мероприятий по существу преследовали ту же цель. Здесь все так меняется. Сэндвилл с Бушем молчали, только слушали и смотрели. «Построенная нами логическая цепь», — это был щедрый жест в адрес Буша, — «была изучена, рассмотрена, оспорена». Какие есть еще слова на чиновничьем жаргоне? «Но в конце концов принята». Каждый счел своим долгом высунуться со своим ничего не значащим мнением, после чего все их пустые дополнения резюмировал премьер-министр. Третьего похищения быть не должно, поскольку, если оно случится, то они вынуждены будут принять любые условия ради... Думаю, мне не надо разжевывать ради чего. Все предельно просто, и будьте внимательны, Буш, потому что я отдаю дело вам. Ювелира надо устранить. Найдите его и сообщников, а мы найдем, как с ними поступить». Он улыбнулся невольному каламбуру, почесал бороду и прибавил: «Тихо, бесшумно и навсегда. Кстати, я думаю, в вашей логической цепи есть маленькая погрешность. Вряд ли у вас будет 6 месяцев на все про все. В лучшем случае 3. Ювелиру незачем тянуть. Нужен только срок на подготовку. Чем меньше будет промежуток между 2-м и 3-м ударами, тем с его точки зрения лучше. Только подкрепит его требования абсолютной секретности. Согласны?» «Да». Мысли Буша уже убежали вперед. Он добился, чего хотел. «Сэндвилл обеспечит вас всем необходимым. Особое внимание уделите 2 моментам. Сведения, которые кажутся незначительными в момент их появления, могут стать более чем уместными спустя 2.5 года. И второе. Припоминание подробностей перенесенных невзгод после того, как все уже позади, способно навести на мелкие подробности, обнаружить незначительные провалы памяти, не вскрытые в ходе первоначального дознания сразу после освобождения. Человеческая память в смысле деталей ненадежна. Часто отсеивает и даже укрывает мелкие подробности, так как считает, что приоритет следует отдавать более существенным и, как ей кажется, более убедительным фактам. Уверен, вы это знаете, но не могу себя отказать в удовольствии педанта, потому что...» Последняя фраза — типичная для него форма извинения. Позже у себя в комнате Буш признал, что первое замечание Грандисона он всегда имел в виду. Второе до сих пор в голову не приходило, хоть и могло прийти позднее.
Сняв трубку, вызвал Сенвилла и попросил, чтобы завтра ему устроили встречу с обоими похищенными. Он уже встречался с ними по отдельности. На этот раз хотел видеть их вместе. Он глянул на часы. Было 7. Снова позвонил и попросил подать кофе с бутербродами, после чего погрузился в 6 оранжевых папок, содержавших полные показания всех допросов, проведенных полицией и их отделом по обоим делам о похищениях. К полуночи дотошно проработал документы и сделал для себя перечень вопросов, требовавших дальнейшего изучения. Вопросы надиктовал на пленку, особо потребовал, чтобы 3 занимался Скотланд-Ярд, другими займется он сам. Скотланд-Ярду поручалось следующее. Первое – произвести проверку списков членов гольф-клубов в Краубора и Тивертоне и выписать из них имена мужчин или женщин, состоящих и состоявших в обоих. Второе – произвести такую же проверку гостевых книг этих клубов и выписать все имена, повторяющиеся в обоих. Третье – распространить фотографию карнавальной маски, в которой явился ювелир, среди всех производителей галантереи страны с целью возможного распознания. Если будет выявлен изготовитель, то предоставить полный список розничных магазинов здесь и за границей. Себе надиктовал такие вопросы. Первое. Шорох и звон колокольчика. Второе. Радиус пределов досягаемости на поезде или автомобиле. Из Ньюбери и Ридинга после телефонного звонка в первом случае 2, во втором час. Третье. Вода. Знак вопроса. Домой добрался ночными улицами, пешком принял ванну и лег в постель. Наутро его ждало письмо жены. Она сообщала, что не вернется. Изъявляла желание на собственный его выбор, поскольку это может как-то повлиять на его нынешний профессиональный статус и виды на будущее, дать ему необходимые материалы для возбуждения дела о разводе, или пусть это сделает он сам. Он сунул письмо в карман, даже не рассердившись. Как-нибудь на досуге обдумает и даст ответ. Сейчас совсем другое на уме. Вторую ночь подряд мисс Рейнберг спала без сновидений. Она приободрилась и твердила себе, что не стоит из-за них доводить себя до такого состояния. У всех бывают странные сны, просто не надо заострять на них внимание. Непонятно, как она могла поддаться на уговоры Иды Куксон и пригласить к себе эту толстуху мадам Бланш. Когда явилась с утренним чаем служанка и, распахнув шторы, впустила в комнату искрящееся утро, она передала, чтобы шофер подал к 9:30 Роллс-Ройс. Она едет в Лондон. Рассеется покупками у Harrods. Примечание. Фешенебельный лондонский универмаг. Какое наслаждение вернуться домой в конце дня и не быть подвергнутой озлобленному допросу Шолто, желавшему знать, где она провела свое время до минуты и сколько и на что потратила деньги. В последние годы Шолто стал невыносим. Это было поистине благодеяние, когда он, напившись до невменяемости, свалился с лестницы и разбился насмерть. В то же утро Джордж отъехал в Чилволтон, внутренне сожалея, что на улице такая прекрасная погода. Если вы стоите на пороге дома и по вам хлещут дождь и ветер, то найдется немало добрых душ, которые позовут вас на чашку чая, что всегда располагает к болтовне. Его забавляло, насколько люди любят поговорить от одиночества. С кем угодно, лишь бы почесать язык. Тут-то он и подворачивается с солидной тетрадкой. Занимается, мол, исследованием общественного мнения по заданию большой лондонской фирмы. Половина и понятия не имеет, что это такое. Какую ежедневную газету вы получаете? Какие журналы? О, да-да, вы вторая на сегодняшнее утро, мадам, кто выписывает это издание. Самый высокий класс. А дети? А остальные члены семьи? Кстати, сколько у вас? Ну, не беда, не беда, все впереди. Чем занимается супруг? Этого, как правило, хватало, чтобы развязать язык. Он узнавал, что делал, чего не делал, но должен был делать спутник жизни хозяйки дома. Дальше начиналось долгое перемывание его бедных косточек и рассказ о делах семьи. «И знаешь, Альберт, — вслух заметил он, потрепав собаку за уши, — вот так, в конце концов, и натыкаешься на какую-нибудь старую вешалку, некогда служившую в Рид-Корте.
из тех, кому в радость поворошить чужое грязное белье и вывалить энциклопедию деревенских скандалов и страстей. Но не думай, Альберт, что мне это по душе. От иных даже тошнит, столько грязи. К тому же с некоторыми дамочками приходится быть начеку, Альберт. Такому, как я, представительному мужчине, да. Кроме шуток, припомни ту школьную учительницу, как, черт побери, ее звали. Надо же было так влипнуть. Да, лучше бы ветер с дождем. Он засвистел, других забот у него не было. Вечером того же дня в гостевой комнате отдела Буш принимал двух похищенных. Хотя оба были членами парламента, они не имели представления об истинном назначении отдела. Для них это было просто малозначимое учреждение Министерства внутренних дел, координировавшее действия полицейских сил страны, деятельность которого не представляла особого интереса. Все, о чем они говорили, открыто записывалось на пленку. Ричард Пейкфилд был представитель правого крыла лейбористской партии. Выпускник Итона, около 40 лет от роду, легко возбудимый, нетерпеливый, беспокойный человек, полный неосуществленных идей. Несмотря на высокий рост и вечно торчащую во рту трубку, чем-то напоминал перезрелого школьника. В ночь похищения решил пройти с пешком до отеля после выступления на политическом митинге в Саутгемптоне. Как раз переходил затемненный дворик отеля, когда кто-то окликнул его по имени с места, где стояло несколько автомобилей. Подойдя поближе, увидел женщину за рулем. Стекло на дверце было опущено. Все, что ему в ней запомнилось, было темное пальто с большим воротником, закрывавшим лицо. Волосы, она была без шляпы, были короткие, кажется, светлые или каштановые. Когда он наклонился поинтересоваться, что ей нужно, кто-то, как ему показалось, мужчина, возник у него за спиной, и он почувствовал внезапную резкую боль в левом предплечье и потерял сознание, даже не успев обернуться. Машина, угнанный ровер, была найдена на следующее утро на обочине дороги в 3 милях к северу от Саутгемптона. Она принадлежала коммивояжеру, который крепко спал у себя в номере, не подозревая, что его автомобилем завладели похитители, и только на утро обнаружил пропажу. Очнулся Пейкфилд уже в помещении, где ему суждено было провести остаток времени до самого освобождения. Со второй жертвой, достопочтенным Джеймсом Арчером, приключилось почти то же самое. Арчер был одним из старейшин лейбористской партии, ему было лет 65. Этот хитроватый простецкого вида профсоюзный деятель и начинал карьеру на шахте в Йоркшире. Он был умен, наблюдателен, в свое время входил в состав правящего кабинета. Его захватили во время уикенда, когда он отправился в гости к своим друзьям в деревню недалеко от Хайвикомби. Он часто к ним наведывался и имел привычку перед сном выйти на 5 минут подышать свежим воздухом. Когда поравнялся с машиной, стоявшей на обочине в тени большого дерева, стекло на дверце опустилось, и его поманила сидевшая за рулем женщина. Будучи благоразумнее Пекфилда, он остался на месте, только спросил, что ей надо. Прежде чем она ответила, услышал за спиной шорох и начал оборачиваться. Его схватили сзади, он только успел заметить маску на лице похитителя и почувствовал укол в плечо, после чего отключился. Уверен, что нападавший был мужчина физически крепкого, хотя и не крупного сложения. Его схватили и сжали одной рукой с силой, на которую женщина не способна. Что касается женщины за рулем, то она была без головного убора, но он мог в этом ручаться, ни в коем случае не блондинка и уж никак не светловолосая. Волосы у нее были темно-каштановые или вообще черные. Автомобиль марки «Вольво» был обнаружен на следующий день на малопроезжей лесной дороге недалеко от Мейденхеда. Угнан с больничной стоянки, а принадлежал молодому врачу, занятому на ночном дежурстве, поэтому о пропаже было заявлено только на утро. Поиски отпечатков пальцев в обеих машинах ни к чему не привели. Мужчина и женщина явно были в перчатках и использовали угнанные машины в полной уверенности, что их не остановит полиция. Столь же очевидно и то, что оба раза они пересаживались вместе с жертвой в свою машину. Оба, придя в сознание, оказались в одном и том же месте. Его описание, как и подробности режима содержания, совпадали. 2 комнаты без окон, наружная служила гостиной с деревянным столом, парой стульев. Дешевый с прямой спинкой был приставлен к столу, чтобы было на чем сидеть во время еды. Другой, обитый кожей, очевидно, предназначался для отдыха. В меньшей внутренней комнате стояла раскладушка с постельными принадлежностями. За шторой
размещался низкий унитаз и умывальник с холодной и горячей водой. Над умывальником располагались небольшое зеркало и розетка для бритвы. Здесь же лежала электробритва марки «Филлипс». Обе комнаты освещались с потолка, свет они вольны были включать, когда вздумается. В потолке в обеих комнатах были проделаны вентиляционные отверстия, и если не доставало тепла, в каждой стоял электронагреватель, который они могли включать по своему усмотрению. На стене в гостиной висел репродуктор, который они включали и выключали тоже сами. Большую часть дня и вечера по нему передавали легкую классическую и популярную музыку. Над репродуктором висел еще один без кнопок. Через него они получали указания. Когда приносили пищу, они должны были удаляться в спальню, закрыв за собой дверь. Замка на двери они не видели, но оба обратили внимание на то, что, оказавшись в спальне, они уже не могли открыть дверь изнутри. Пейкфилд, заинтересовавшись этой загадкой, заметил, что в тех точках косяка имелось три подвижных штифта. Такие используют в системе электрической охраны, которые подходили под цилиндрические отверстия на самой двери. Видимо, в прошлом хозяину пришлось немало пережить, раз он такой дока в запорах, подумал Буш. Голос, дававший через репродуктор указания, был мужской, но всегда с электронными помехами, иногда затруднявшими понимание. Дверь из гостиной наружу была крепкого дерева, без ручки с внутренней стороны. В верхнюю часть ее было вправлено квадратное зеркало размером 2 на 2 фута. Оба пленника вскоре догадались, что это одностороннее окно для наружного наблюдения. Пейкфилд даже попытался его расколотить, но только сломал обеденный стул, который ему без упреков заменили. Питание было хорошим, и они имели выбор журналов для чтения, хоть их и не обновляли. Газеты им не давали, равно как и какой-то информации, касающейся похищения, хотя оба понимали, что речь должна идти о выкупе. К счастью для себя, они не догадывались о грозившем им смертном приговоре, если выкуп не будет выплачен в срок. В ночь освобождения оба прошли через одинаковую процедуру. Им сказали в репродуктор, что их освобождают, но если они хоть в чем-нибудь нарушат инструкции, которые сейчас услышат, то освобождение будет отменено. Малейшая попытка героизма продлит неволю. Естественно, оба делали, что было приказано. Им велели ждать посреди гостиной, плотно обернув голову темным одеялом из постели. Оба так и поступили. И насколько можно было судить, в комнату входил один человек. Вслед за этим под кожу правой руки вонзалась игла шприца, и они теряли сознание. На борту вертолета оба оказывались в сумеречном состоянии. Анализ крови Арчера у Пейкфилда его не проводили. Показал, что вводилась недоступная широкой публике сложная смесь теопентала натрия и хлорпромзитана. Вертолет, взявший на борт Пейкфилда, сел на площадке гольф-клуба в Тивертоне, Девон. Рядом проходило шоссе. Арчера подняли тоже с площадки гольф-клуба, только в Краубора, Сассекс. И рядом тоже проходила автотрасса. Оба в бессознательном состоянии и со связанными руками дожидались в 15 ярдах от места посадки. И женщина в первый раз, и мужчина во второй указывали пилоту на похищенных и под прикрытием исчезали в темноте, оставляя на долю самого пилота доставку груза на борт. У похитителей это занимало считанные секунды. Пилот, получивший из опыта первого раза твердые указания, ждал еще несколько минут, надеясь услышать звук отъезжающей машины. После этого он должен был проследовать за ней и попытаться определить номерные знаки. Но не было никакого шума. Похититель словно растворялся в ночи. Ни Буша, ни Грандисона это не удивило. Похититель ведь тоже знал, что вертолетчик больше ничем не рискует. Прослушивая записи предыдущих допросов, Буш, как профессионал, отдавал должное ловкости и мастерству, с которыми были произведены оба похищения. Были детально изучены и продуманы до мелочей, и не только жертвы и условия плена, при которых они мало что смогут рассказать по освобождении, но и сам план операции, сопряженный с риском, в котором Буш был в этом уверен, этот человек не мог не находить удовольствия. Риск непредвиденного стечения обстоятельств, которые могут привести к провалу, в подобных случаях всегда велик.
Но Буш строил свой расчет на другом, на том, что где-то должно было остаться нечто такое, за что сможет ухватиться только он один, и на основании какого-нибудь еле уловимого звука или иной мелочи выйти на нужную нить, которую он должен найти во что бы то ни стало, потому что твердо вознамерился из профессионального тщеславия и потому что на карту была поставлена его карьера уничтожить ювелира. Прослушав вместе записи допросов, Буш обратился к приглашенным. «Итак, джентльмены, сожалею, что снова приходится подвергать вас неприятным воспоминаниям, но, как вам строго конфиденциально сообщили, мы абсолютно уверены, что ювелир предпримет еще одну попытку. Никто не пошел бы на такое дело ради 40 000 фунтов». «Это же целая куча денег, парень», — перебил Арчер. «Спросил моего профсоюза, это он выложил мой выкуп. Мы могли использовать эти деньги и на другие нужды», и сердито задымил сигаретой. «Дело в принципе, а не в деньгах», — вмешался Пейкфилд. «Для моей семьи сумма не вызвала затруднений, существенно другое. Когда подвергаются риску сколько-нибудь значительные лица, исходя из самой сути их обязанностей, тогда Буш, внутренне вспыхнув, перебил: «Сэр, сейчас мы собрались по несколько иному поводу. Вы оба только что прослушали пленки. Мы в нашем отделе подумали, что теперь в более спокойной обстановке сохраняется вероятность того, что остались какие-то факты, пусть и самые незначительные, которые, возможно, были упущены, но могут оказаться полезными для дела. Поэтому я хотел бы задать вам несколько вопросов. Если, отвечая на них, вы припомните еще что-нибудь, буду признателен. Сколь бы пустяшным или туманным мне показалось ваше воспоминание, не обязательно факт. Это может быть какая-то ваша мысль, впечатление». «Валяйте», — сказал Арчер. Пейкфилд молча кивнул, только недовольно запыхтел трубкой. «Благодарю. Итак, приступим», — начал Буш. «Какой, по-вашему, вы умывались водой, жесткой или мягкой?» «Мягкой», — не задумываясь, ответил Пейкфилд. «Определенно мягкой. Это интересно, верно?» «Теперь вы установите районы с мягкой водой и помолчи-ка, парень», — перебил Арчер. «Мистер Буш без нас знает. Давай просто отвечать, а выводы оставим на его волю. Вам, может, хочется поиграть в детектив, а мне надо поскорее с этим покончить и вернуться в палату». «Вода была точно мягкой», — подтвердил он, повернувшись к Бушу. «Вы не помните марку мыла, которым пользовались?» «Оно было желтого цвета, но им уже пользовались, так что название смылилось», — ответил Пейкфилд. «Запах мне не понравился. То было мыло из каменно-угольного дегтя фирмы Райт», — уверенно сказал Арчер. «Помню с детства. Им меня мыла мать». «Теперь о помещении», — продолжил Буш. «Очевидно, его специально готовили. Как вы считаете, работу выполнял профессионал или любитель?» «По принципу, сделай сам», — сказал Пейкфилд. «Проводка протянута прямо по стенам и потолку, перегородка, отделяющая спальню от комнаты, сколочена довольно грубо. Конечно, все действовало, было, так сказать, функционально, но Буш намеренно зевнул. Говори, мол, что знаешь, и не философствуй. Ну, без намека на изысканность отделки. Вы оба говорите, что иногда вам подавали вместе с едой белое вино. Можете сказать, что это было за вино?» «Простое белое вино», — сказал Арчер, — «очень сухое». Пейкфилд вальяжно откинулся в кресле, вытащил изо рта трубку, уставился в потолок. «Не вижу, чем здесь может помочь вино. А, впрочем, понимаю, понимаю. Я бы сказал, что это вино было Pauly Fuse 1966 года». «Пища была посредственной, как я уже говорил. Я бы сказал, что с кулинарной точки зрения наш хозяин...» «А я нет», — перебил Арчер. «Мне подавали очень вкусную камбалу с жареной картошкой, а один раз даже приличный йоркширский пудинг». «Я вот о чем сейчас подумал», — вдруг сказал Пейкфилд. «Это дверь с зеркалом. По-моему, сразу за ней что-то было». «Вроде как, ну, еще одна дверь. В спальню, где мы дожидались, пока нам принесут пищу, сначала доносился глухой стук. И только после этого открывалась наша дверь. Иногда, сидя в гостиной, я слышал только этот стук и не думаю, чтобы он существовал только в моем воображении. Менялся даже цвет зеркала из-за того, что за дверью зажигали свет.
Я бы даже высказал догадку, что мы находились внизу, ну, в чем-то вроде подвала, и что ход к нам был чем-то закамуфлирован, возможно, фальшивой стенкой на случай неожиданно нагрянувшего посетителя. Этот человек, как мы убедились, ничто не оставляет на волю случая, ведь он, кроме всего прочего, еще должен вести внешне ничем не подозрительный образ жизни. И из чего, вы думаете, были стены? — прервал его Буш. — Из каменных плит, — ответил Пейкфилд. — Можете сказать, из какого камня? — Нет, видите ли, я из известняка, — уверенно сказал Арчер. — Уж в этом-то я разбираюсь, и они старые. Если это погреб, то дом несовременный. Я вот о чем подумал. Раковина и унитаз. Никаких проблем с канализацией, вода стекала быстро. Если нас держали в погребе, то из него хороший сток. Дом мог стоять на Косогоре. Тут заговорил Пейкфилд. А я подумал вот о чем. Вы ведь сами просили припомнить все, каждую мелкую подробность, даже на первый взгляд несущественную. Моя подпадает как раз под эту категорию. Я о ней потому и не упоминал, что она только сейчас пришла мне на ум. Вас это, возможно, удивит, но по натуре я немного сентиментален. Люблю сувениры, как память. Ну, всегда что-нибудь привожу из отпуска. Примерно так же я решил отнестись к своему пребыванию в том месте. Ну, если мне суждено выбраться отсюда, сказал я себе, то надо взять что-нибудь на память. Нечто такое, что можно повесить в рамку в моем кабинете или поставить на каминную полку. Так я похитил у них ложку. Посуда, как вы, наверное, догадываетесь, была у них сплошь дешевый ширпотреб. Чтобы прекратить рассуждения вокруг да около, Буш спросил прямо, «И ее у вас отобрали, сэр?» «Да». Перед тем, как мне сделали укол, она лежала у меня в кармане, а дома ее не оказалось. Арчер рассмеялся. То же самое с моим пером. Нашел как-то на полу гостиной, после того, как мне принесли еду, сунул в карман на память, и, черт побери, тоже пропало, когда меня доставили домой. Что это было за перо, сэр? Перышко домашней птицы, должно быть, шеи. Сам мальцом держал голубей. Хоть и не скажу, с какой именно, такого вот серо-коричневого цвета. В любом случае его больше нет. Нас, несомненно, обыскали после укола, сделал вывод Пейкфилд. Конечно, жаль ложки, было бы что показать детям. Сэр, обратился Буш к Пейкфилду. Вы ранее говорили, что, как вам показалось, вы что-то слышали по внутренней переговорной сети. Нельзя ли поподробнее? Пожалуйста, пожалуйста. Определенно, это была система с обратной связью. Через нижний репродуктор транслировалась музыка в записи. По-моему, записи были домашние. Их крутили весь день и вечер. Когда бы вы ни включили репродуктор, пленка крутилась. Верхний репродуктор молчал, пока они сами его не включали. Вы слышали щелчок, проходило несколько секунд, и мужчина, всегда это был мужчина, начинал свое обращение. Однажды случилось вот что. Мужчина заговорил обычные инструкции насчет подачи пищи, и чтобы я перешел в спальню, как вдруг произошла заминка. Всего несколько секунд. Раздалось его злобное, нет-нет, лучше сказать, досадное восклицание. Словно отгонял докучливую муху. Донесся легкий звон, и в воздухе что-то прошелестело. Потом все стихло, и он продолжил. «Если бы вас попросили точнее выразить то, что вы слышали, то как бы вы сказали, сэр?» «Сказал бы, что он на что-то, ну, скажем, на стопку бумаг уронил небольшой стеклянный предмет у себя на столе. В тот раз вы сказали, звук похож на колокольчик. Да-да, в чем-то похож. Кто-нибудь из вас слышал еще что-либо?» — спросил Буш. «Не только в репродуктор, а, скажем, шум транспорта, самолеты». Оба помотали головами. Потом Арчер добавил... Пища была всегда вкусная, горячая, приносили на подносе, так что кухня была недалеко. Не припоминается ли что-то, как вас доставляли туда или оттуда? Ни один из них ничего не помнил. На постельном белье меток не было, с пищей подавались белые, без узора, домашние салфетки. После их ухода Буш еще раз послушал запись разговора. Ничего существенного он от них не ждал, ничего и не услышал. Но разочарован он не был. В его работе следовало сдерживать эмоции. Ни радости, ни огорчений. Надо просто работать, не щадя сил, пока не доберешься до истины. Дом, если это дом, мог размещаться в местах,
где строят из известняка, а жертвы, возможно, содержались в подвальном помещении, в достаточно большом подвале или даже нескольких. То есть дом должен быть внушительных размеров, но туда все равно должен проникать приглушенный шум проходящих поблизости машин или гул самолетов хотя бы ночью. Если только подвальное помещение не было специально звукоизолировано, то это почти наверняка означает, что оно находится где-то в сельской местности. Но там ювелира могут смущать соседи. Возможно, дом стоит на холме или склоне. И, наконец, этот шелест. Ветер, рассыпавшиеся бумаги, или все же звон, скажем, что-то упало, стакан или колокольчик. Он поднялся, медленно заходил по комнате. Впереди была тяжелая и изнурительная работа. Они почти наверняка пользовались закрытым фургоном. Угнанная машина безопасна только на несколько миль. Дальше риск многократно возрастает. Надо засесть за карты и сделать просчет времени. Ювелир двигался к северу от Саутгемптона и на юго-запад от Хай-Уикомби. Впрочем, это не важно. Ювелир не поехал бы прямо, но и не мог быть независим от места, времени и расстояния. Тивертон в Девоне и Краубро в Сассексе. Между ними добрых 200 миль. Он налил выпить и принялся думать о перышке. Занесло сквозняком, когда открыли дверь, чтобы внести обед. Так, или пристала грязью к подошве с кухни. Но в наши дни мало кто ощипывает птицу на кухне. Может, у них своя ферма? Естественно, ювелир обыскал своих пленников перед освобождением. Ложка, конечно, бросается в глаза. А перо? Зачем понадобилось его изымать? Из принципа? Пленники должны уйти в том самом виде, в каком пришли. С ложкой понятно. Могла стать уликой, но серо-коричневое перышко домашней птицы, не больше дюйма длиной. Если в нем нет никакого смысла, то ювелир просто не обратил бы внимания. Раз заметил, значит, не захотел выпускать. Можно предположить, что он либо действовал автоматически, из раз и навсегда усвоенного принципа, либо опасался, что перо может заговорить, скажем, в руках орнитолога. Наконец, где он добыл тиопентал натрия? Если это было перо курицы, утки или индейки, мысль упрямо возвращалась назад, то оно все равно ничего бы не дало. Но возьмем противоположный случай. Перо принадлежит редкому виду, и его может определить орнитолог. Тогда оно улика. Следовательно, ювелир либо вообще осторожен из принципа, либо владеет или как-то причастен к владению птицами, которые не отнесешь к распространенным. Глава третья. Три ночи кряду тревожные сны не нарушали покой мисс Рейнберг. На четвертую вернулась Хэриет. Утром, подкармливая декоративных птиц на расположенном в усадьбе озерце, она решилась послать за мадам Бланш. Хотя в глубине души она продолжала сомневаться, что мадам Бланш ей поможет, тем не менее усилием воли заставила себя пойти на своего рода эксперимент. Единственное, в чем она преисполнилась решимости, так это в том, чтобы не дать себя одурачить и не стать таким образом источником легких денег для шарлатанки. В 6 часов того же вечера прибыла мадам Бланш, и Сайтон ввел ее в гостиную. Шторы на окнах были приспущены, на столике стояли графин шерри и блюдо с печеньем. Мадам Бланш, мисс Рейнберг отметила это сразу, была одета не так строго, как в первый приход. На ней было темно-синее платье и такого же цвета туфли, а шею обвивала свисавшая на внушительную грудь длинная нить крупного искусственного жемчуга. Мисс Рейнберг успела сообщить Бланш по телефону, что сновидения вернулись. В подробности вдаваться не стала. Она с самого начала решила ни в чем не облегчать этой женщине ее добровольно принятой роли. Прежде всего, ей хотелось, чтобы мадам Бланш сколько-нибудь убедительно доказала, что действительно наделена хоть некоторыми способностями, которые приписывала ей миссис Куксон. Предложив Бланш стакан шерри, который та не стала отвергать, она откровенно призналась:
Мой сон часто повторяется, я не готова в данный момент сказать более, чем то, что он касается одного умершего, но очень близкого мне человека. Станя вдаваться в перипетии наших взаимоотношений, это могло бы натолкнуть вас, извините за прямоту, на определение догадки или гипотезы, которые способны увести в неверном направлении, но вы не будете возражать, если я приму такую линию. Бланш только улыбалась, потягивая шерри. Из этой женщины вышла бы хорошая директриса школы для девочек. Даже выражается ее словами. Но ее этим не проймешь. Цыганам, ярмарочным гадалкам и ворожиям, а в старину и актерам никогда не питали особого доверия. На свете не было и нет недостатка в разных мисс Рейнберт, пытающихся чинить помехи, напускать туману, который, впрочем, легко рассеивается, когда надо. И она смиренно ответила: «Все, в чем я хочу убедиться, так это то, что вы действительно в глубине души верите, что облегчите с моей помощью свое состояние. Я не прошу вас верить мне. Прошу только быть справедливой и судить меня по результатам. Вполне возможно, мне и удастся вас связать». «Связать с этим человеком. А, теперь понимаю. Но можно попробовать, верно? Что, прямо сейчас? Ведь для этого вы меня и пригласили, мисс Рейнберт». «Да, конечно». На какой-то миг мисс Рейнберт почувствовала, что теряет уверенность в себе и даже испытывает нечто похожее на угрызение совести по поводу своих несправедливых подозрений к этой женщине, пониманием и лаской ответившей на ее скептическое, почти враждебное отношение. «Все, о чем я вас прошу, — продолжала Бланш, — это чтобы вы не обескураживались с самого начала. Наведение контакта всегда сопряжено с большим напряжением. Если я буду стонать, и вам покажется, что мне плохо, пусть вас это не беспокоит. Что бы вам ни пришло на ум, пожалуйста, не прикасайтесь ко мне. Уверена, что миссис Куксон вам кое-что порассказала о том, что со мной происходит». «Да. Тогда приступим, а?» Глянув на выражение лица мисс Рейнберт, Бланш расхохоталась. «Не удивляйтесь. С моей стороны это не дерзость. Для меня это такая же способность, как и всякая другая, которыми я обладаю. Ведь дар видеть чудо, как и слух, то и другое — часть нашей жизни. Психический дар тоже часть жизни той и этой. Они, та и другая, едины. Просто я вижу и слышу чуть больше других. А теперь я хочу, чтобы вы расслабились в своем кресле и, забыв обо мне, думали об этом человеке. Думайте легко и приятно, без натуги. Кстати, должна вас предупредить, что иногда, когда все заканчивается, я ничего не помню из того, что происходило и было сказано. Если вам не хочется говорить, то не надо. Естественно, если речь идет о чем-то таком, о чем вы можете говорить без смущения, то лучше не молчать, потому что ваши слова могут оказаться полезными в наших дальнейших сеансах. Итак, договорились?» Мисс Рейнберт нехотя улыбнулась, принужденно засмеялась. Когда она смеется, подумала Бланш, в ней проглядывают следы той привлекательной девушки, какой она когда-то была. В душе она верила, что мисс Рейнберт не такая уж старая чопорная ведьма. Несмотря на деньги и положение, жизнь подарила ей мало радостей. Ей бы выйти замуж, завести детей, миловаться с мужем, радоваться, как они растут. Только посвященные вроде самой Бланш могут на полном серьезе отказываться от этого. «Так-то лучше», — одобрила Бланш. «А теперь откиньтесь на спинку, расслабьтесь». Мисс Рейнберт углубилась в кресло, прикрыла глаза, собираясь с мыслями, пытаясь сосредоточить их на Хэриет. Но против своей воли вдруг обнаружила, что мысли ее заняты Шолто. Все, что случилось, шло от него, от его представлений о семейной чести. Хэриет была только глиной в его руках. Она почувствовала, как в ней пробуждается давняя злость, когда вспомнила, что ни о чем не догадывалась до тех пор, пока спустя 2 года Хэриет сама не рассказала ей о случившемся. Не раскрывая глаз, она услышала голос Бланш. «Вы гневаетесь. Успокойтесь. Это меня сбивает. Это меня не пускает». Раскрыв глаза,
Мисс Рейнберг увидела, что мадам Бланш сидит странно распрямившись, принужденно, почти напыщенно, руки вцепились в свисавшую с шеи длинную жемчужную нить, держались за нее крепко стиснутыми кулачками. Голова поднята вверх, глаза сжаты. «Извините», — смутилась Рейнберг. Мадам Бланш улыбнулась. «Гнев, высокая черная стена без дверей. Любовь, любовь, вот двери. От нас к ним, от них к нам». Мисс Рейнберг невольно представила зрелище широких узорных ворот, которые вели из ее сада через луг на берег озера, где она провела сегодняшнее утро. Увидела, как к озеру спускается Хэриот в подметающем выгоревшую траву голубом поплиновом платье соломенной шляпки, которую держит за ленту. Хэриот в 19 лет, легкий ветерок раздувает пряди ее светлых волос. Воспоминание было приятно. Мадам Бланш будто делила с ней удовольствие. Так ласково была ее улыбка. Вдруг она глубоко задышала, словно желала запечатлеть в памяти скрытый от непосвященных аромат. Потом медленно выпустила жемчужины, воздела к вискам руки. Пальцы принялись водить по голове, дыхание ушло вглубь. Наконец, руки упали на подлокотники. Руки мадам Бланш завладели вниманием мисс Рейнберг. И она обратила внимание на то, как побелели костяшки пальцев. Тело мадам Бланш резко напряглось, словно охваченное внутренней бурей. Мисс Рейнберг даже испугалась на миг. Не за мадам Бланш, конечно, а за себя, за то, что позволила себя завлечь в двусмысленную ситуацию, согласилась на нелепый эксперимент. Хэрриет давно мертва. Остались одни воспоминания, и шел то мертв, и от него остались только воспоминания, хоть и неприятные. Жива лишь она одна, и никто не принудит ее разгадывать шарады, даже являющиеся к ней во сне Хэриет. Бланш заговорила неожиданно громким голосом. «Здесь кто-то есть, не так близко, не хочет...» «Нет, это не...» Она издала странный, почти животной силы протяжный стон. И вдруг пронзительно закричала: «Нет, их двое, но очень далеко. В самом конце длинной аллеи, но я их вижу, старик и пожилая женщина». Помолчав, оживленно продолжала: «Генри, Генри, ты ведь тоже здесь, а? Теперь чувствую, чувствую». И залилась легким смехом. «Приветствую тебя, мой дорогой. Что случилось? Почему они так далеко?» Мисс Рейнберг, изумленная внезапной переменой в голосе и манерах мадам Бланш, когда-то здоровалась с Генри, смотрела широко раскрытыми глазами. Теперь ее кулаки разжались, а тело свободно привалилось к спинке кресла. Опять стала прежней, размягшей, но по-своему привлекательной женщиной. Тем временем мадам Бланш издала низкий смешок и заговорила чуть погрубевшим голосом. «Ну, пожалуйста, Генри, хоть ты, что ли, расслабься. С тобой, дорогой, ничего не случилось? Скажи, что их тревожит? Почему не подойдут поближе?» Немного помолчала, потом, передернувшись всем телом, вдруг заговорила резко изменившимся голосом. То был голос мужчины, не сильный, но ровный, даже монотонный, слегка отмеченный неясным акцентом. Слушая его, мисс Рейнберг почувствовала у себя на теле мурашки. Голос бубнил: «Всегда есть место для прощения. Может быть... Должно быть. Сведенный лес оставляет на теле земли шрам, но снова вырастают деревья, и земля становится прежней». Вдруг мадам Бланш перешла на свой обычный смех. «Генри, здесь кое-кто нуждается в помощи. Нельзя ли отложить поэзию на потом? Почему они так далеко остановились, а?» Голос Генри ответил: «Она знает, почему они не приближаются. Они не подойдут, хотя сейчас между ними мир и покой, до тех пор, пока не уверятся, что на самом деле нужны ей. Пусть не обижается, но на расстоянии их держит ее эгоизм». Мадам Бланш резко повернулась в сторону мисс Рейнберг. «Это правда, мисс Рейнберг?» Явно задетая мисс Рейнберг обиженно сказала: «Все люди эгоисты. Это характерное оправдание, которое шел то, но осеклась». Помимо ее воли, мадам Бланш заставила назвать имя, но она не собиралась
ничего выдавать, во всяком случае, не сейчас. Мадам Бланш, улыбнувшись, сказала: «Надо набраться терпения. Генри, лапушка, мисс Рейнберт нам не верит. Но мы ведь этого пока не ждем». Генри ответил сразу, почти без перехода: «У одних это дело слепой веры, для других вера все равно, что попытка своенравного растения цвести в неурочный час. Скептицизм должно предупреждать любовью, тогда расцветет и вера». Мадам Бланш не без раздражения попеняла: «Не слишком ли ты ударился в поэзию, милый Генри? Ведь ты же инженер, выражайся проще». Тотчас из уст мадам Бланш донесся грубый мужской смешок и голос Генри: «Ну и задира же ты, Бланш. Спроси у нее, знает ли она, кто они такие». Мадам Бланш повернулась к мисс Рейнберт: «Вы их знаете?» Мисс Рейнберт, уже начавшая ориентироваться в обстановке, ответила туманно: «Догадываюсь, кем они могли бы быть, но точно не знаю». «Вот тебе и ответ на мой вопрос», — прокомментировала мадам Бланш. «Именно этого я и ждал. Однако передай ей, что людской эгоизм слабее любви к истине. Она это знает, поэтому я обратилась к тебе. Скажи, что оба они сейчас на стороне справедливости, но не смогут ей помочь, пока она сама не будет к этому готова. Скажи, что семья человека — единственно верная семья». Мадам Бланш обернулась к мисс Рейнберт. «Вы понимаете, о чем говорит Генри?» «Ну, разумеется, я не раз слышала подобные банальности». Оборвал ее Генри самым раскатистым смехом. От этой быстрой перемены голосов мисс Рейнберт еще раз почувствовала, как пробежал по коже холодок. Ей расхотелось продолжать представление. В этот момент мадам Бланш разочарованно вопрошала: «Но почему они уходят? Они ведь отворачиваются, Генри». Генри не без занудства объяснил: «Их вынудили уйти, дорогая. Мы здесь живем в любви и взаимопонимании. Мы наделены способностью возвращаться в нашу прежнюю жизнь, но не способны изменить человеческое сердце. Мне, как инженеру, легче отвезти за тысячи миль воду и заставить цвести пустыню. Но ни я, ни кто другой не вдохнет в вас веру сделать так, чтобы загорелись ваши души, как от искры загорается газ в горелке». Тут рассмеялась мадам Бланш. «Ты безнадежно отстал, Генри. Мы пользуемся теперь электричеством». Генри без промедления ответил: «Трудно избавиться от старых привычек, как и от застарелых предрассудков». Мисс Рейнберт обратила внимание на то, как вздрогнули, словно от холода, плечи мадам Бланш, когда та заговорила опять своим голосом: «Мужчина ушел, Генри. Почему медлит женщина? Медлить ее заставляет любовь. Две любви, которую она отдала и которую растоптала». «Вы понимаете, о чем он?» — спросил мадам Бланш. Мисс Рейнберт ответила хриплым от волнения голосом: «Кажется, да». И, опустив голову, задыхаясь, выдавила: «Попросите его передать ей... О, нет, нет, нет». Она держалась из последних сил, чтобы не разрыдаться, разрывалась между неодолимой притягательностью рыданий и не менее сильным, почти злым чувством, укорявшим саму себя за то, что позволила минутную глупость. Генри тихо произнес: «От слез расцветает пустыня сердца. До свидания, Бланш, до свидания». «Пока, Генри». Эхом прозвучал вслед голос, собственно, мадам Бланш. К мисс Рейнберт медленно возвращалось самообладание. Когда она подняла глаза, мадам Бланш уже удобно развалилась в кресле с закрытыми пока глазами. Руки были опять воздеты вверх, перебирали жемчужины. Она долго молчала, не разжимая век. Уже пришедшая в себя мисс Рейнберт почудилась даже, что она спит. «С вами все в порядке», — забеспокоилась она. В ответ Бланш поморгала глазами и улыбнулась. С глубоким выдохом сказала: «Господи, что произошло? Я словно отключилась. Не возражаете, если я...» Она выразительно глянула на графин Шерри. «Нет, нет, конечно, конечно». Мисс Рейнберт встала и сама разлила Шерри по стаканам. Какое-то время обе молча тянули Шерри. Наконец мисс Рейнберт спросила:
А вы помните, что было?» Бланш замотала головой. «Нет, не помню. Знаю только, что являлся Генри. Он всегда оставляет меня в таком состоянии, когда сам чем-то взволнован». И она засмеялась. «Иногда я осматриваю себя в зеркале. Нет ли синяков? Человек он прямой, нелицеприятный, но иной раз бывает такое воображало. И вы что, совсем не помните, о чем говорилось?» «Не помню, мисс Рейнберт, иногда, даже часто помню, но бывают случаи, когда Генри меня нарочно отключает. Он ведь такой предупредительный. Ну так смог он чем-то вам помочь?» Мисс Рейнберт допила стакан, окинула Бланш внимательным взглядом. Ей удалось произвести впечатление, что она ни в коем случае не легковерная старуха, готова даже признать, что есть на свете явления, о которых она не имела до сих пор понятия. «Есть многое на свете, друг Горацио, но прежде чем она безоговорочно примет новое, надо доказать наверняка, что это новое действие существует». Сомнение у нее оставалось. Мадам Бланш могла войти в медиумистический транс и совершенно искренне забыться, но рассудок и память продолжали действовать и в этом состоянии, как они работают во сне, хоть и на другом уровне. Кроме того, ей доводилось слышать о телепатии. Ее подтверждают многие данные науки. Некоторые люди невольно улавливают мысли и настроения других, а кое-кто из наделенных этой способностью, это она тоже слышала, не прочь воспользоваться ею в мошеннических целях. Она заговорила медленно, отчетливо выговаривая каждое слово. «Мадам Бланш, вы, должно быть, кое-что узнали обо мне и о моей семье от миссис Куксон». «Конечно», — улыбаясь, призналась Бланш. «Иной раз ее не удержать от сплетен. Она мне сказала, кто вы, что у вас были старший брат и младшая сестра, оба ныне покойные, сообщила также, что вы были очень привязаны к сестре и не так привязаны к брату. Вот и все, мисс Рейнберт». Мисс Рейнберт задумалась. Ида Куксон, признанная сплетница, но, строго говоря, для сплетен было мало оснований. Репутация Шолто всем хорошо известна. То, что произошло с Хэриот, это строго охраняемая семейная тайна. Ида Куксон не могла знать, и, разумеется, никто, кроме нее самой, не знал, что Хэриот является к ней во сне. Двое стоявших вдалеке, конечно, находились на краю аллеи. Они не приблизятся и не вступят с ней в контакт, если она не согласится принять на себя обязательства, каких бы затруднений и неудобств это ни сулило, исполнить прямо-таки театральные слезные мольбы Хэриот. Если бы Хэриот тогда, много лет назад, отстояла свои человеческие притязания, то сейчас не было бы нужды в этих благоглупостях, и в кресле перед ней не сидела бы перезрелая мадам Бланш с хитрой усмешкой на устах. «Ничего, значит, не помнит. Устроила здесь представление, надо признать, мастерски сыгранное, построенное на где-то подобранных фактах, и надо отдать должное понимание человеческой психологии. Этот ее Генри всего лишь банальный дурак». Мисс Рейнберт решительно поднялась, давая понять, что встреча окончена, и сказала: «Что ж, благодарю вас за визит, мадам Бланш. Как вы уже знаете, я не из тех, кто боится сказать «да» или «нет». Должна честно признать, что в настоящий момент я еще не разобралась в своих чувствах». Пока Бланш поднималась, она уже направилась в сторону двери. «Мне нужно время, чтобы все обдумать. Хочу, чтобы вы поняли, что вопрос стоит не о моей вере или доверии лично к вам или вашим способностям. Мне нужно время, чтобы все обдумать». «Я дам вам знать, если этой нашей встрече суждено быть последней, то, разумеется, мадам Бланш, я прослежу, чтобы ваши услуги были соответственно вознаграждены». И она трижды нажала кнопку звонка, сигнал для Сайтона, что посетитель уходит. Бланш с чувством ответила: «Спасибо, мисс Рейнберт. Если это последняя встреча, то денег мне не надо. Своего рода испытательный срок без обязательств с вашей стороны. Могу понять ваши чувства. Все так необычно и тревожно, вы сомневаетесь во мне и в себе самой. Если вы не позвоните, я все пойму и нисколько не обижусь. Моя главная задача — находить время для тех, кто действительно нуждается в моей помощи.
В момент, когда мисс Рейнберг открывала дверь, вошел Сайтон. Бланш вышла, Дворецкий подал ей пальто. Улыбаясь с приветливой улыбкой в сторону мисс Рейнберг, она последовала за ним через холл, мимо уходившей на верхний этаж высокой лестницы с дубовой балюстрадой. Вдруг мадам Бланш, как вкопанная, остановилась у основания. Словно ее удержала чья-то невидимая рука. Она замерла на месте, потом, очнувшись, сказала, глядя в глаза мисс Рейнберг: «Здесь что-то случилось». И выразительно посмотрела на закруглившиеся ступени. «Что-то ужасное! Я чувствую!» У нее мелко задрожали плечи, и она кинулась вдогонку Сайтону. Когда Сайтон вернулся, выпроводив гостью, мисс Рейнберг скрылась в гостиной. Она направилась прямиком к графину, налила еще стакан шерри. Все в ней перевернулось. При обычных обстоятельствах ей и в голову бы не пришло выпить второй стакан. Невоздержанность Шолто укрепила ее природную умеренность. Что за невероятная женщина? Откуда эта способность чувствовать? Только ей самой и доктору Харви было известно, что Шолто пьяным скатился с лестницы, Шолто разбился насмерть, но каким-то чудом не переломал себе кости, отделался легкими ушибами, лишь сердце не справилось с шоком. Доктор Харви, лечивший их в течение 40 лет ради спасения чести семьи и чтобы избавиться от сплетен, подписал свидетельство о смерти в результате сердечного приступа. Даже мертвый Шолто продолжал раздражать ее всякий раз, когда она о нем вспоминала. А теперь ему пособничает и его подстрекает эта дура Хэриет. Как смеют они утверждать, что им мешает ее эгоизм? Она не эгоистка, по крайней мере, не чересчур, просто хочет, чтобы ее не трогали, дали возможность дожить оставшиеся годы в так поздно обретенном покое. Ей определенно не хочется, чтобы еще кто-то поселился здесь, не говоря уже о пересудах, которые неизбежно пойдут по деревне, пересудах о многозначительных кивках в ее... нет-нет, в их адрес. Наконец, что всего страшнее, какой из него мог уродиться человек при такой, как Хэриет, матери? И беспечным, пустом отце, погибшим в танке в египетской пустыне во время войны, нет-нет, пусть уж лучше они так и стоят в конце аллеи, они мертвы, а она жива и ни с кем не желает делить этот дом. Джордж проснулся среди ночи и сразу понял, что она рядом. Лежал, не шевелясь, усмехался про себя. Что за женщина? Стоит ему заснуть, его и пушкой не поднимешь. Ничего себе, верный Альберт. Ах ты ж, Соня, лучший друг человека. Он знал, что она не спит. Но ей в голову не придет будить его, пока сам не проснется. Попробовал представить, как она здесь оказалась. Вернулась поздно домой и вдруг захотелось компании, его компании. Для разнообразия, после своих духов. Генри ведь не заменит живой плоти, хотя, вполне возможно, и искушен в таинствах жизни, слушает музыку сфер, но Генри не Джордж. Жизнь все же он, Джордж. Теплая, вся запутанная, такая непредсказуемая живая жизнь, если та другая не представляет из себя более или менее копию нынешней, с некоторыми незначительными усовершенствованиями, то лично ему ее и даром не надо. Вот так проснуться, как это не раз уже бывало, и ощутить рядышком такое богатство, это, пожалуй, стоит и тысячи лет заоблачной жизни под всякие там гимны с арфами, а от них между нами один запор. Он дотронулся до нее. Она ответила глубоким вздохом. Руки принялись оглаживать знакомые контуры восхитительных холмов и долин. Нет, он просто обязан купить большую постель. Они с Бланш созданы для простора. Люди габаритные, настоящие титаны любви. Мимо занавешенного окна беззвучно проплыл призрачный силуэт совы, вылетевший в заброшенный сад охотиться за полевками. Должно быть, привлекли доносившиеся из спальни скрипы. Позже, возвращаясь с добычей, сова опять зависла за окном, но было уже тихо.
ты как?» — лаконично спросил еще не пришедший в себя Джордж. Бланш вяло ответила. «Тебе надо взять патент, дорогой. Заработаешь состояние. Иногда это словно музыка, а иногда яркие краски, как сегодня. Огромное всеохватное пламя с жемчужными искорками».